Наша сегодняшняя история началась где-то в середине нулевых. Пока за океаном гремели игровые выставки, и один за другим издавались AAA-тайтлы с графоном и бюджетом, где-то на территории бывшего соцлагеря небольшая команда разработчиков делала игру. Фэнтези-РПГ, в основу которой лег книжный цикл. Книги были написаны еще в 90-е, но в середине 2010-х автор вдруг написал то ли приквел, то ли боквел, короче, еще одну книжку, о которой в принципе никто не просил, да и не про нее сегодня речь. Это была история про удалого воина, которого помотала жизнь, но который, несмотря на свою внешнюю черствость, все же сохранил в душе понимание, что такое хорошо, а что плохо. У этого цикла уже был неудачный опыт экранизации. Одна высокобюджетная, которую раскритиковали в пух и прах еще до выхода, и весьма самобытный сериал, крайне вольно обращающийся с первоисточником. Единственным светлым пятном этих адаптаций был образ главного героя, словно сошедший со страниц книг. Были по этой вселенной и видеоигры, а точнее, три прекрасные игры, поистине заслужившие любовь и преданность фанатов. Ну да, я все еще наивно пытаюсь ввести вас в заблуждение. Я сам же написал название франшизы крупными буквами на превью. Ладно, заново. Наша сегодняшняя история начинается где-то в середине нулевых, пока за океаном гремели игровые выставки, и один за другим издавались AAA-тайтлы с графоном и бюджетом, где-то на территории бывшего соцлагеря небольшая команда разработчиков делала игру. Фэнтези-РПГ, в основу которой лег книжный цикл. Основные книги были написаны еще в 90-е, но в середине 2010-х автор вдруг написала то ли приквел, то ли боквел, короче, еще одну книжку, о которой, в принципе, никто не просил. Ну да, не о ней сегодня речь. Это была история про удалого воина, которого помотала жизнь, но который, несмотря на свою внешнюю черствость, все же сохранил в душе понимание, что такое хорошо, а что плохо. У этого цикла уже был неудачный опыт экранизации. Одна высокобюджетная, которую раскритиковали в пух и прах еще до выхода, и весьма самобытный сериал, крайне вольно обращающийся с первоисточником. Единственным светлым пятном обоих адаптаций был образ главного героя, словно сошедший со страниц книг. Были по этой вселенной и видеоигры, а точнее, три очень своеобразные игры, разработчики которых явно не халтурили, но просто в какой-то момент все свернуло куда-то не туда. Игры, которые большинство пропустили мимо, а те, кто все же рискнул опробовать их, постарались поскорее о них забыть. Как минимум одна из этих игр имела все шансы потягаться с тем самым первым Ведьмаком от CD Projekt, тогда еще не Red. Но вместо этого, как и все остальные сегодняшние продукты, она получила со стороны фанатов оригинала лишь презрение. Истории, подобные сегодняшним, всегда начинаются с небольшого рассказа об оригинале. Так что и я не стану тут играть в исключение и сделаю то же самое. Франшиза «Волкодав» строится на одноименной книжной серии авторства Марии Семеновой. Первая книга была опубликована в 1995 году и повествовала про, как нетрудно догадаться, парня по кличке Волкодав. Сюжет разворачивается в некоем фэнтезийном мире, который, как сейчас бы сказали, выполнен в стиле реалистичного фэнтези. Ну, то есть, с одной стороны, тут нет ни эльфов с орками, ни драконов с древними артефактами и прочих, как выражается сама автор, бутербродов дедушки Толкина. С другой же стороны, в мире Волкодава определенно есть какая-то мистическая составляющая в виде потусторонних существ, проявлений разного рода магии или божественного проявления. Мир, помимо привычных животных, населяют различные фантастические твари, вроде крылатых собак. А среди людей есть ненулевая вероятность встретить самых настоящих инопланетян, то ли просто из космоса, то ли из параллельного мира. Кстати, да, Волкодав — это самая настоящая мультивселенная. Так уж получилось, что российские фэнтези вообще любят заигрывать с темой параллельных миров.
потому что к ней так или иначе подходят практически все произведения этого жанра, которые я читал. Но это вот тема для совершенно отдельного разговора, который сегодня мы с вами вести не будем. Гораздо важнее, что вместо всей этой типично фэнтезиаческой мишуры мир Волкодава населяют вполне себе человеческие народы, в которых угадываются реально существующие земные культуры, послужившие прототипами. Здесь есть откровенные скандинавы, которые живут грабежами и набегами, боятся ледяных великанов, которые в этой вселенной, кстати, вполне реальны, и имеют довольно своеобразные понятия о чести. Есть народ инженеров и мудрецов из страны с теплым климатом, которые все из себя такие прогрессивные, да еще и имеют культ красоты человеческого тела. Это типа греки, если кто не понял. Есть чернокожие работорговцы с жаркого континента. Есть гордые кочевники с гор и степей. Где-то за океаном на других континентах живут племена слегка отсталого, но очень гордого народа. В народах, населяющих мир Волкодава, без труда узнаются кельты, китайцы, арабы и многие-многие другие. Ну и как вишенка на торте, народы веннов и сольвенов, или сольвенов, я так и не понял, как читать это правильно. Короче, вены и сольвены представляют собой этакую Русь, языческую и крещенную соответственно. Именно это обстоятельство позволяет сегодня всевозможным литературоведам записывать Волкодава чуть ли не в пионеры славянского фэнтези. И хотя именно славянского тут действительно гораздо больше, чем в том же пресловутом Ведьмаке, зараза, где Сапковский просто добавил кикимер в типичный ДНДшный сеттинг, находится вся эта волкодавовская славянщина в сюжете исключительно из-за происхождения главного героя. Непонятно объясняю? Попробую сказать попроще. Все славянские черты в сеттинге Волкодава являются лишь одной из составляющих всего сеттинга, опирающегося на мифы множества других культур. Однако, поскольку в главной роли у нас тут представитель именно квазиславянского народа, то и место в сюжете она занимает основное. Вот так вот. Собственно, про что же был этот наш Волкодав? В свое время его называли русским Кононом, на что, кстати, обижалась сама Мария Семенова, которая подчеркивала, что сходство Волкодава и Конона заканчиваются там же, где и начинаются, в предыстории главного героя. Лично мое знакомство с Кононом ограничивается мультсериалом, который крутили когда-то в детстве по телеку, так что насчет правоты ее слов я ничего сказать не могу. Но отмечу, что предыстория Волкодава, показанная в экранизации, и правда очень сильно напоминает таковую в фильме про Конона со Шварценеггером в главной роли. Итак, жила-была венская деревушка рода серых псов, в которой рос себе и жил и не тужил один пацаненок. Парнем он был смышленным, добрым и честным, а самое главное, очень любознательным, особенно до образа жизни всевозможных чуваков. Хотя и знал, что вены все равно живут правильнее всех. Запомните эту мысль. Но в один не очень прекрасный день на деревню налетели бандиты. Люди, поселившегося неподалеку представителя народа сегванов, то есть местных викингов, с характерной кличкой Людоед. Людоед этот, к слову, считался отморозком даже по меркам своих соплеменников, поэтому и отселился от сородичей подальше и поближе ко всяким мирным деревушкам, которые можно невозбранно грабить и разорять. Что и произошло с деревней серых псов. Как и в книге про Конона, единственным пережившим налет оказался тот самый пацанчик, которого людоед по очень удобной бандитской традиции решил не добивать, а продать в рабство на самоцветные рудники. Очень удобная традиция. Казалось бы, что тут может пойти не так? Когда пацаненку исполняется 20 с небольшим, он выходит на свободу. Причем не просто так, а в статусе местной легенды. Впервые в истории рудников раб победил охранника на дуэли и, как велит древняя традиция, ранее считавшаяся лишь красивой сказкой, получил в награду свободу. Охранник, к слову, тоже был из народа веннов и носил имя Волк. А пацанчик, соответственно, с тех пор стал волкодавом, но про это немножко попозже. На свободе волкодав встречает странную тетеньку по имени Кендарат, которая, по некоторым версиям, является селф-инсертом в мир книги самой Марии Семеновой. К
Киндарат обучает волкодава приемам местного кунг-фу и посвящает свою околоджедайскую философию. Путь к истинному мечу нужно пройти. Но какое бы оружие ни лежало в твоей руке, запомни главное. Пусть оно уподобится моему посоху. Если можно не убить, да не убьет. Если можно не изувечить, не изувечит. Миром правит любовь. Шанкари Лаута. Я, кстати, когда впервые в жизни читал эту книгу, тоже сразу подметил, что Киндарат самый настоящий джедай в этом плане. Ну, то есть, с одной стороны, за мир и любовь, а с другой она как бы и навалять может, если что. Спустя время волкодав и Киндарат расстаются. Парень решает, что пора бы уже отомстить за гибель семьи. Для этого он однажды ночью проникает в замок людоеда, проходит в его покои и молча его убивает. Кстати, очень важный момент, что волкодав с людоедом не говорит. Венская традиция гласит, что нельзя убивать человека, с которым ты имел беседу. Поэтому в книге полно забавных моментов, когда волкодав с некоторыми персонажами вдруг начинает общаться через посредников или обращаться к ним в третьем лице. И все, кто в курсе венской культуры, внезапно начинают ронять кирпичи, понимая, к чему все идет. И за что отдельный плюс Семеновой, в сцене битвы несколько раз подчеркивается, что цель волкодава не благородная дуэль, как это принято в героическом эпосе, а именно убийство, неважно каким способом. И вот, достигнув своего, в этот момент происходит кое-что очень важное для повествования. Видите ли, все, что я вам сейчас рассказал, по большей части относится к предыстории, которая раскрыта либо во флешбеках по ходу повествования, либо описана в книге-приквеле, которая в серии вышла уже третий по счету. Тем не менее, вы наверняка отметили, что все описанное мной очень удачно ложится на схему классического мономифа. Жил-был герой, что-то случилось, герой встретил наставника и отправился в приключение, с героем происходит всякое, из-за чего его характер так или иначе меняется, он чему-то учится, герой выполняет свою цель, герой возвращается после приключения и продолжает жить дальше. Первая же книга начинается со сцены проникновения в замок людоеда и его убийства. Ну то есть, говоря простым языком, история волкодава стартует вот здесь, с момента, когда герой уже добивается поставленной цели. И в книге в этот момент он натурально готовится к смерти, потому что не видит для себя перспективы жить дальше. Он выполнил то единственное, что поддерживало его мотивацию разводить хоть какой-то движняк, и на этом решил поставить точку. Однако, так получается, что в покоях людоеда обнаружилась девушка-рабыня, и просто так взять и помереть означало бы обречь на верную смерть и ее. Так что волкодав вытирает сопли, берет рабыню в охапку и спасает из замка, который сам же до этого и поджег. Попутно спасает еще и загадочного деда из подземелья, а потом становится нянькой для этих двоих, потому что девушка-рабыня и дряхлый дед – это такая себе команда для выживания в средневековых лесах. Собственно, так и стартует основная история, которую я пересказывать тут, наверное, все-таки не буду. Благо, книги не очень длинные, и я искренне советую каждому из вас почитать хотя бы первую из них. В начале видео я сравнил волкодава с ведьмаком, и сделал это не просто так. У персонажей действительно много общего, во всяком случае, гораздо больше, чем у волкодава с Кононом. Однако, есть несколько корневых различий, которые все же не дают поставить между ними знак равенства. Прежде всего, в обоих произведениях герой, в силу своего происхождения, будучи непонятным мутантом или представителем народа, который местной прогрессивной общественностью воспринимается как эталонные долбославы, воспринимается обществом как чужак. Этакий странный парень, с которым ты не хочешь общаться дольше, чем нужно по делу. И оба героя, кстати, таким положением дел довольны, по мере сил поддерживая образ мрачного и отталкивающего типа, что не мешает им искренне переживать за своих близких и вмешиваться в любую заварушку, если та хоть каким-то образом затронет их обостренное чувство справедливости. А это самое чувство, что у Геральда, что у волкодава, ой, как обострено. Однако причины этого обострения и форма его проявления все-таки разная. Там, где Геральт из Ривии пытается корчить из себя такого рыцаря в ржавых доспехах, проявлять всеохватывающий цинизм и толкать пафосные речи про невмешательство, и хоть бы раз этот додик реально соблюдал этот свой нейтралитет. Волкодав руководствуется
мудростью предков. Вообще, давайте чуть-чуть про характер волкодава. Как я уже упоминал, волкодав – представитель народа веннов, списанных с дохристианской Руси. Представитель, который очень уважает традиции своего племени и старается жить в соответствии с заветами предков. Но, наверное, из этого описания немного непонятно, что же он представляет собой на самом деле. Потому что на самом деле он редкостный носитель духовных скреп, у которого на каждый случай обязательно есть или традиция, или поверье, или черт его знает что еще. Само собой, выйдя в большой мир, он неизбежно сталкивается с культурными различиями и какими-то бытовыми моментами других наций, которые в его стройную и уравновешенную картину, мягко говоря, не вписываются. И в этот момент у него включается блок-триггер, который можно описать как «ну зато мы духовнее», что и придает ему уверенности в себе и эксклюзивное право смотреть на глупых и бездуховных окружающих сверху вниз. Со стороны это, правда, выглядит как типичная обидка и острое нежелание признавать свою отсталость в некоторых моментах, и на раз выкупается окружающими, особенно его друзьями. Молодец, Семенова, хорошо написала. Правда, если немного подумать, то происходит все это не на пустом месте. Ведь именно традиции – это то единственное, что осталось у волкодава от его родины. Племена веннов – это достаточно закрытые сообщества, и даже сородичам там порой в других деревнях отнюдь не рады, как в принципе и во всех подобных обществах. И отчаянно цепляться за традиции для волкодава – это единственный способ не утратить окончательно ту связь, которой он так дорожит. Вообще, если подумать, в этом плане волкодав очень напоминает главного героя сериала «Мандалорец» образца первого сезона. Интересное сравнение, конечно, и странно, что допер я до него только сейчас. Кстати, у волкодава весьма специфическое отношение к женщинам, которые в венской культуре занимают особое место и пользуются повышенным уважением. Даже власть в их деревнях построена на матриархате. Тем не менее, Семенову не раз критиковали за то, что волкодав порой превращается просто в рупор феминистической пропаганды. Честно скажу, что прям вот откровенной пропаганды в книгах я все-таки не увидел. Однако некоторые сцены, призванные показать благородство и честность главного героя, и правда написаны настолько пафосно-приторным слогом, что аж челюсть сводит. И еще, справедливости ради, судя по другим представителям племен венов, представленных в книгах, такой скрипоносец, как волкодав, даже по меркам этого народа скорее исключение, чем правило. Что еще раз подчеркивает некую оторванность волкодава от мира и то, что его упоротость по традициям, это не совсем нормально, даже для Венна. Короче говоря, возвращаясь к сравнению с Геральтом, там, где ведьмак погружается в пучины цинизма и разочарования в людях, волкодав точно знает, что на самом деле все не так уж плохо. Просто глупые иноземцы делают все неправильно. Хотя и со стороны, что тот подход, что другой, приводит примерно к одинаковым последствиям. Кроме того, оба героя отлично подают через себя идею о том, что культурные различия между людьми, странами и народами неизбежны. Но если воспринимать их слишком серьезно, а еще хуже, пытаться навязать их друг другу, то ничего хорошего из этого не выйдет. И, ребята, давайте жить дружно, как говорится. Как я уже говорил выше, волкодав был для российского рынка продуктом достаточно самобытным, который свою популярность завоевал не на пустом месте. Поэтому, когда фильм по «Ночному дозору» сорвал кассу, вопрос экранизации волкодава был решен в кратчайшие сроки. Благо, база для этого действительно имелась неплохая. Конечно, побуквенный перенос сюжета книги на экран вряд ли был бы хорошей идеей. Но, знаете, я всегда был противником подхода, что книга лучше и все такое. Книга — это книга, фильм — это фильм. И если режиссер считает, что в его версии Ведьмака эльфы могут быть неграми, то значит они могут быть неграми и точка. И плевать, что там очередной прыщавый задрот вычитал на 113 странице 7 главы 3 тома оригинала. Тем не менее, даже если фильм отходит от первоначальной задумки и, самое главное, сюжетной канвы, это еще не повод отходить от заложенных в оригинал идей.
И хотя это тоже не является каким-то тяжелым нарушением неписанного кодекса экранизаций, на практике тема очень скользкая, и далеко не каждый творец, взявшись за такую задачу, реализует ее на сколько-нибудь приемлемом уровне, не оказавшись у разбитого корыта. Когда не получилось ни книгу пересказать, ни свои мысли до зрителя нормально донести. А теперь угадайте, что случилось с фильмом по Волкодаву. Фильмы у людей разные, про луга, леса, города. Есть удачные, есть ужасные, а есть просто фильм «Волкодав». Вот бы взять бы меч да по самые... Фильм «Волкодав» из рода серых псов вышел на экраны кинотеатров в конце 2006 года, аккурат под новогодние праздники, и это было феерическое зрелище. Нет, с технической части кино получилось очень даже неплохим. Костюмы, декорации, операторская работа, особенно в статических кадрах. Все это у нас уже тогда научились делать, мое почтение. Хотя экшн-сцены, конечно, где вместо красиво поставленного боя нам показывают крупные планы ухающих мужиков, оставляют желать и желать. Да и графон, особенно под конец картины, прямо скажем, говно. Но все же, основная проблема этого фильма кроется именно в сценарии. В том, как гениальные создатели, пребывая в порыве творческого угара и, вполне вероятно, будучи не до конца в трезвом уме и твердой памяти, слегка подкорректировали сюжет основной книги, выдав невероятно пресную и насквозь заштампованную историю уровня той самой дженерик фэнтезиатины, о которой так негативно высказывалась Семенова. Блин, да на фоне Волкодава даже «Подземелья драконов» смотрятся... Нет, все-таки это плохое сравнение. Такое дно пробить даже у наших не получилось. Но вот тот же Эрагон при всей своей вторичности хотя бы не вызывает такого мощного кукожа, как наш Волкодав. И да, повторюсь, я не считаю, что экранизация обязана дословно следовать первоисточнику. Тем не менее, это не значит, что первоисточник нужно игнорировать как таковой. Ведь если какие-то сцены из книги все-таки попадают на большой экран, то очень важно понимать, в каком именно контексте они были использованы в оригинале, а в каком подаются в экранизации. Потому что иначе такими действиями можно все только испортить. Поэтому дальше, когда я буду разбирать этот фильм по косточкам, я иногда все-таки буду обращаться к книге, но исключительно для того, чтобы показать, насколько сильно отличается смысл одной и той же сцены в книге и в фильме. Итак, поехали! Фильм начинается со вступления в деревню Венов, на которую нападают люди-людоеды. В отличие от книги, он тут не просто озверевший бандит, а самый настоящий сектант, служитель тайного культа богини смерти Мараны. Более того, он здесь даже не главный, а является правой рукой лидера культа Жадобы, который в оригинале тоже был обычным разбойником и весьма эпизодическим персонажем, появлявшимся в сюжете ровно полтора раза. Еще более важным отличием тут является то, что маленький Волкодав прекрасно видит, как его родители убивают два разных человека. Еще раз, два разных человека. Сначала людоед стреляет в спину его отцу из лука, а затем жадоба добивает беременную мать мечом. И это очень важный момент, потому что потом в замке людоеда, когда Волкодав пробирается туда, разбрасывая повсюду целебный порох, он в курсе, что для своей мести убить ему нужно двоих. Так какого ж хрена, спрашивается, он мало того, что убил людоеда раньше, чем выведал у него, где искать жадобу, но и заранее отрезал самому себе пути к отступлению. Напомню, в книге для него это был путь в один конец, и не покончил с собой Волкодав только по причине того, что ему пришлось спасать рабыню Ниили. Вот о чем я говорил, когда рассказывал об изменении контекста по буквенно перенесенных из книги на экран сцен. Дальше. Как и в книге, Волкодав с Ниилит встречают изможденного старика Тилорна. И вот тут опять забавный момент. Фильм иногда критикует, что у этого персонажа играет не реальный старик, а загримированный актер помоложе. Но если обратиться к первоисточнику, то выясняется, что на самом деле Тилорн вовсе не старый. Ему всего-то чутка за 30,
Просто темница, голод, постоянный стресс так себе сказываются на здоровье любого нормального человека. Ну, то есть, если кастинг действительно был проведен с учетом этой детали, то ничего, кроме уважения, я на это высказать не могу. Другой вопрос. Если создатели фильма вот настолько заморочились с подбором актера, то какого ж хрена было так сильно насиловать основной сюжет? Ладно, опять я забегаю вперед. Двигаясь дальше, троица вписывается в караван, на который, разумеется, нападают бандиты. А предводителем у них тот самый Жадоба, который без зазрения совести ворует приемы у Саурона. Но в итоге теряет свой волшебный меч и руку придачу. Лошара! Раунд! Следом волкодав сотоварищи прибывают в сольвенскую столицу Галеран. Сольвены, если кто забыл, это такие цивилизованные вены. Соответственно, Русь после крещения и налаживая всяческих культурных и торговых связей с другими странами. В Галераде внезапно оказывается зябко. Настолько, что, несмотря на вполне себе летние пейзажи, лужи на улицах тронуты инеем. В городе волкодав проявляет чудеса дедукции и у первого же встречного деда спрашивает, кому принадлежит меч, подрезанный у Жадобы. У человека, который на его глазах убил его мать и с тех пор не переодевал свой пафосный шлем в виде черепа. А что, у караванщиков выяснить подробности было нельзя? В смысле, это же дед, который торгует мечами, а не терминал Гугла. Откуда у него база данных по владельцам мечей? Или, по версии киношников, любой кузнец может вот так взять и пробить хозяина по рукоятке? Справедливости ради, дед тоже хорош. Самый разыскиваемый преступник округи вот так приходит в его лавочку и спрашивает, кому принадлежит его же меч. Один я тут вижу небольшие нарушения в логике. Почему нет? А в книге, к слову, волкодав зашел к кузнецу за ножнами, а тот уже опознал меч и решил проявить гражданскую бдительность. Что также не снимает с него вопроса, озвученного ранее, но хотя бы волкодава выставляет не таким странным. Представ перед местным правосудием, волкодав едва не оказывается на плахе, причем без особого разбирательства. Хотя, как оказалось позднее, проверить, является ли он Жадобой, можно было просто посмотрев наличие на руке характерного портака. Однако подоспевшая кнесенка Елень, кнесенка это типа дочь кнесса, местного правителя, принцесса короче. В общем, Елень спасает волкодава от бессмысленного и беспощадного правосудия, да еще и дает деньжат на пропой, которые наш герой уже в следующей сцене тратит на отхил крыла своему зверьку по кличке Нелетучий Мышь. И да, кстати, это местный кавайный маскот, который встречался и в книге. И очень приятно, что в фильме ему уделено достаточно внимания, да и мышка получилась, ну, очень миленькой. А, насколько я помню из материалов о создании фильма, на съемках была задействована настоящая летучая мышь, поэтому наши глаза избавлены и от ужасной аниматроники, и от тем более графона, которыми обычно предпочитают обходиться в таких ситуациях. А еще мы выясняем, что волшебный порох волкодава обладает еще и хиляющими свойствами, что делает вступительную сцену в замке еще более идиотской. После этого волкодав вступает за молодого паренька Эвриха, которого репрессирует местная церковь, и даже отдает свой волшебный меч в качестве выкупа. Но это все равно оказывается так себе идеей. Разумеется, Эвриха снова спасает Тилорн. И тут, наверное, стоит сказать, что по книге Тилорн был не просто умным мужиком, а самым настоящим пришельцем, летевшим на космическом вертолете с другой планеты, возможно, даже с Земли, и не просто с Земли, а с Земли из параллельного мира. Короче, все сложно. В любом случае, фильм эту тему никак не раскрывает, так что я это рассказал скорее для вашего понимания. На следующий день волкодава приглашают на общегородское собрание, где местный князь, правитель города и отец князеньки Елень, кто не понял, сообщает о планах выдать дочку замуж по политическим мотивам. Замуж не абы за кого, а за Винитара, сына того самого людоеда. И, пожалуй, я опять сделаю отступление книги и расскажу, что с Винитаром получилась та редкая ситуация, когда от осинки родилась апельсинка. В отличие от своего бати,
он вырос человеком честным и порядочным. Да, только вот беда. Викинговские законы чести требуют отомстить за убийство отца, иначе пацаны в Вальгале не поймут. Причем, кто именно убил людоеда, Венитар узнает уже после того, как подружился с волкодавом и чуть ли не братом его назвал. Так что по сюжету книжного цикла он оказался в довольно забавной вилке, когда с одной стороны есть хороший во всех отношениях человек, с которым тебе хочется дружить, а не вот это вот все, а с другой и убить его все-таки надо, потому что вот такая вот хренотень произошла. Ладно, возвращаемся к кино. Кнесинка возвращает волкодаву меч, который этот поменял на кучерявого философа, а волкодав, в свою очередь, спасает Кнесинку от ассасина. Прям каноничного такого, в белом капюшоне, с ножами из рукавов. После этого он напрашивается к ней в телохранители. Тилорен пророчествует, что добром эта затея не кончится. Я вижу руку Кнесинки в руке жениха. И еще я вижу кровь. Твою кровь. Тебе не надо идти с ней. Она принесет тебе горе. Елень выезжает в поход в составе своего каравана. По дороге случается несколько засад, после чего волкодав начинает подозревать, что Лучезар, кузен Кнесинки, является предателем и не прочь свою сестрицу передать в пользование Жадобе. А так оно и есть! Причем киношники дают понять, что делает это Лучезар исключительно ради блага родного города, и в целом сестру свою любит и смерть ей не желает. Но об этом опять-таки позже. Важно, что именно благодаря лучезаровым офигительным планам караван попадает то в одну ловушку, то в другую, а на фоне всего этого развивается любовная линия волкодава и Елень, которой, как вы понимаете, в оригинале тоже не было. Ну, точнее, определенные сцены такие были, и инициатива была исходящая от Елень. Но разница в том, что волкодав точно для себя отрезал эту возможность и даже не помышлял об этом, и в принципе особенно взаимности к Елене не питал. Опять-таки, некоторые сцены перенесены из книги в фильм достаточно дословно, но вот их контекст... Короче, я хочу сказать, что волкодав с его-то отношением к женщинам даже в мыслях себе представить не мог ответить Кнесинке взаимностью. Тогда как киношный волкодав, естественно, начинает мучиться от неразделенной любви. Точнее, разделенной, короче, вы поняли. Параллельно с этим нам вбрасывают немного измененного создателями фильма лора. Что, дескать, у людоеда хранился некий мега-артефакт, способный освободить злобную Марану смерть. И что Жадоба именно вот это вот и планирует сделать. Для чего ему за каким-то хреном нужна Кнесинка и этот самый мега-артефакт, который надо вставить в мега-дырку и окропить кровью Елень. Почему, зачем, хрен его знает. Вопросов фильм оставляет больше, чем дает ответов. Между тем, волкодав, отправивший Елень во френдзону, закидывается паленым боярышником и отключается. А в это время на лагерь нападают бандиты, которые безо всяких проблем справляются со всей остальной охраной. Ведь в приключенческом кино нормально сражаться умеет только главный герой. Кстати, странно, что никто из бандитов, в том числе Лучезар, не додумался пошарить по кустам и прирезать дрыхнувшего в отключке волкодава. На утро волкодава находит Венитар, и после небольшой разборки волкодав отправляется прямиком к финальной сцене. По дороге встречая друзей, которые еще в середине фильма зачем-то уехали в ту же сторону, но, разумеется, попались бандитам. Зато все герои собрались в финале в одном месте. Основы сценарного мастерства, чёрт. Жадоба, захвативший таки Кнесинку, демонстрирует, что смотрел не только «Властелина колец», но и «Пиратов Карибского моря». И только... Шабальдех. Происходит большая драка. На помощь приходит забытый всеми Венитар, все дерутся, но все равно понять, что происходит на экране, благодаря инновационным подходам к съемке, получается с трудом. В какой-то момент волкодав с Венитаром забарывают Жадобу, но тут на сцену поднимается Лучезар. И вот тут у меня вопрос, точнее три. Ранее я говорил, что в фильме Лучезар является предателем скорее вынужденным, для него на первом месте. Благо жителей Галерада, замерзающих из-за некого проклятия,
снять которое можно только освободив эту самую Марану. Он даже пытается выторговать у Жадобы жизнь для своей сестры. Пощади ее. Ты же можешь снять заклятие иначе. Она умрет. Однако готов пожертвовать и ей ради общего блага. Скажи, если перед тобой стоял выбор, или рад ли твою жизнь, чтобы ты выбрала? Ты знаешь что. А если бы стоял выбор, Глерат или моя жизнь? Тем не менее, когда Жадоба уже мертв, Лучезар, вместо того, чтобы снова стать хорошим, берет и освобождает Марану. Собственно, мои вопросы. Первый. Жадоба все-таки не убил Ири. То есть в той сцене он Лучезару соврал? Зачем? Почему не подошла кровь самого Лучезара? Да, в книге он был Елень седьмой водой на киселе, но в фильме-то их родство сделали более близким. Соответственно, и кровь в их жилах все-таки течет общая. С какого перепугу освобождение злобной богини смерти – это более приемлемая альтернатива, чем холода круглый год? Почему бы было просто не перенести столицу в другое место, а в старом Галераде, не знаю, сделать реалити-квест на потеху всяким фэнтезийным приключенцам? Ответов на все это, как вы понимаете, нет. Хотя я честно пытался понять их из сюжета фильма. С другой стороны, в оригинале Лучезар был не только мудаком и ублюдком, но еще и наркоманом, который окончательно спалил себе мозги какой-то местной дурью. Так что, в принципе, этот момент многое объясняет. В любом случае, Лучезар завершает ритуал, появляется Марана в виде каменной совы, которая первым же делом убивает себя об стену. И появляется финальный босс. Куча хренового графона. Но тут Волкодав переводит свой меч в джедайский режим и превозмогает кропотливую работу мастеров, прости господи, по спецэффектам. Победа над Мараной, правда, дается дорогой ценой, и сам Волкодав ложится рядышком, мертвый. Вокруг него собираются друзья и остальные, и мертвая семья тут как тут, и Киндарат в исполнении Натальи Варлей, которая какого-то хрена забыла в загробном мире. И она такая говорит: «Тыры-пыры, Волкодав, тебе еще рано тут быть, так что давай отсюда, а семья твоя мертвая никуда не денется. Лол». И Волкодав такой респавнится. Венитар смиряется, что призовая женщина достанется не ему. Герои держатся за ручки, а нелетучий мышь летит над панорамами красивых гор. Конец. Это был фильм «Волкодав», и это было плохо. Ну, если честно, то не так плохо, как это отложилось в моей памяти. В моменты, когда экранизация не пытается корчить из себя ответ западным блокбастерам, пытаясь превзойти их в таких вещах, как постановка экшн-сцен, визуальные эффекты или эпический сценарий, фильм даже можно смотреть. К сожалению, в то время отечественные киноделы еще не понимали, что между их возможностями и возможностями западных коллег есть кое-какая разница. И там, где тот же Питер Джексон лепил от себя тяну, аккуратно сохраняя канву повествования и бережно относясь к первоисточнику, создатели Волкодава прошлись в грязных лаптях и навалили кучу всего, что только могли притащить на съемки. Закончить же хочется цитатой из рецензии на этот фильм в журнале «Мир фантастики». Если над персонажами и сюжетом проведена такая большая работа, если сценарий написан фактически с нуля, зачем вообще было покупать права на экранизацию и называть этот фильм «Волкодав»? Конец цитаты. Книгам про Волкодава совершенно точно нужна новая экранизация. Может быть, даже не в формате полнометражного фильма, а пойти по пути «Игры престолов» в виде сериала. Хотя, конечно, в свете финала последнего это сравнение становится не таким пафосным, каким было, когда я писал первую версию сценария. И все же момент еще не упущен. Особенно в наши неспокойные времена, когда сама обстановка в обществе подталкивает создателей контента к переходу именно что на малые экраны. И то, что даже на отечественных площадках начинают появляться действительно достойные проекты, качеством прежде всего сценария, не уступающие западным аналогам, вселяет некоторый оптимизм. Эх, сериал по Волкодаву. Да, вот мы и добрались до сюда.
Ах ты ж, сука, не думал я, что нам снова придется встретиться. Сериал «Молодой волкодав» вышел в августе 2007 года, спустя полгода после премьеры полнометражки на телеканале НТВ. Несмотря на то, что главную роль исполнил все тот же Александр Бухаров, сыгравший волкодава и в фильме, к большой экранизации сериал отношения не имеет и является самостоятельной историей, также снятой по мотивам книг, по очень отдаленным мотивам, как, собственно, и большая экранизация. И прежде чем я начну пересказывать события сериала, скажу то, о чем забыл в части про фильм. Про кастинг главного героя, который таки идеально попал в образ. Вот прямо как с Михалом Жебровским в польском сериале про Ведьмака. Исковеркав и переиначив все остальное, создатели экранизации таки ответственно подошли к кастингу на главную роль. И этим, несомненно, заслужили себе большущий плюс. Потому что Бухаров воплощает именно такого волкодава, каким он представляется при чтении книги. Несмотря на то, что внешне может быть и не очень похож. Однако, повторюсь, с Геральтом у нас почти такая же история. Ну, вот, я хотел это сказать, и я это сказал. А теперь к сериалу. «Молодой волкодав» является достаточно вольной экранизацией книги-приквела «Истовик камень», которая рассказывает о детстве волкодава и его юности, проведенной на каменоломнях в Самоцветных горах. И я говорю, что экранизация вольная, потому что события книги заканчиваются уже в четвертой серии из 12. Сериал открывается прямо-таки стильным опенингом, музыка в котором неуловимо напоминает о втором Варкрафте. При том, что написал ее некий итальянец Луиджи Танет. Практически сразу мы видим, что волкодав в детстве заметно так подрос по сравнению со своей киноверсией. Да, этому парню нужно не 12-летнего мальчика играть, а сниматься в сериалах с названием типа «Братская братва 4. Возвращение брата» и играть там банди... Сюжет сразу знакомит нас с неким ритуалом посвящения, который должны пройти мальчики-подростки. Суть ритуала в том, чтобы уединиться в палатке с барышней. И в дальнейшем нам дадут несколько намеков на то, что они там не в нарды играли. Зато я из шатра вышел, солнце клонилось, а ты... Даже заяц чихнуть не успел. И знаете, все-таки у меня есть несколько вопросов. Видите ли, как я уже говорил раньше, в книге «Культура веннов», которой принадлежит волкодав, полностью построена на уважении к женщине. Их общество живет в матриархальном строе. Женщины пользуются непререкаемым авторитетом. А поднять руку на женщину для Вена – высший позор. Кроме того, у них совершенно не сакрализирован секс. Поэтому такая сцена немножко мимо канона. И да, я опять же повторюсь в который раз за сегодня, что экранизация – это самостоятельный продукт, который не обязан во всем следовать оригиналу. Но даже если забить на первоисточник. Откуда там эта баба? Деревенские держат ее на постоянной основе. И по виду и по манере речи она явно принадлежит другим местам. Кто же она? Пленница, гостья, наемная работница? Как вообще родилась эта традиция? В смысле, что должно было случиться, чтобы у целого народа, ну или хотя бы у одной деревни, появилась традиция подкладывать своих юношей под импортную бабу как обязательный ритуал становления взрослым. Кстати, женщина оказывается еще и немножко колдуньей и показывает волкодаву спойлеры к более поздним сериям. Тем же вечером на деревню происходит налет и геноцид. Снято все, конечно, максимально дешево, не удивлюсь, если для массовки позвали каких-нибудь местных ролевиков, заодно сэкономив на реквизите, но... Тем не менее, эта сцена в копеечном сериале почему-то все равно смотрится лучше, чем эта же сцена в полнометражке за 10 миллионов баксов. Единственное, что смущает, так это смотреть, как юный волкодав, здоровенный лось,
жмется к мамке и изображает страх. И дальше происходит немножко темного фэнтези. А сериал выдает неплохой уровень такой средневековой чернухи по всем фронтам. И это за 4 года до «Игры престолов». Тут вам и убийство детей, и рабство, и предательство, и превращение в принципе хороших персонажей в полных ублюдков. Полный набор. Как и в оригинале, деревня вырезана под корень, а пара оставшихся в живых ребятишек взята в плен для последующей продажи в рабство. Чуть позже детки в клетке решаются на побег. Кстати, знакомьтесь, вот это вот волк. Тот самый надсмотрщик, которого в будущем убьет волкодав. Ой, спойлер. В общем, как оказалось, юный волк где-то припрятал заточку. Однако побег обламывается, потому что волкодав поймал в плечо стрелу. Параллельно развивается вторая сюжетная линия, которая начинается с каравана, идущего по пустыне. Тут мы с головой погружаемся в тонкости местной товарно-денежной системы. Купи меня. А заодно видим работу коллекторов. Я должен этому честному человеку. Я отдал товар, отдал дом, отдал верблюдов. У меня не осталось ничего, кроме семьи и купеческой чести. И вот дальше сериал подсовывает нам чуть-чуть реализма. Вилия, дочка торговца, продавшего себя, хочет выкупить своего папашу. Но мать, как настоящая восточная женщина, внезапно поясняет за настоящие проблемы. Мол, и так жить негде, и есть нечего, так что хрен с ним с батей, деньги семье нужнее. Однако и Вилия опускать руки не намерена. Добыв каким-то образом волшебный ключик от всех замков, она намерена поиграть в разрушительницу цепей и освободительницу, но чисто Дейенерис из «Игры престолов», правда, без драконов, королевской крови и короля френдзона под рукой. А еще она немножко тупенькая. Возьми лучше меня. Тебе не придется потратить ни единой монеты на меня. Позволь мне только... И на этом первая серия заканчивается. Во второй серии появляется Катай, пацан со встроенным георадаром. То есть может чувствовать драгоценные камни на расстоянии, даже сквозь препятствия. И главный работорговец сразу же смекает, что этого сладкого мальчика можно продать на шахту по добыче драгоценных камней гораздо, гораздо дороже, чем он, собственно, собирался. Недоразрушительница оков эпично похерила свой план. И остается без своего волшебного ключа. Я ведь упоминал, что она у нас немножко тупенькая. К волкодаву уже в это время ночью приходит зомби и пытается давить на совесть. Но на совесть у волкодава не давится, поэтому зомби пытается задавить его старым дедовским способом. На утро волкодав внезапно начинает проявлять свою пёсью сущность. И здесь я, пожалуй, сделаю отступление и скажу, что сериал таки экранизировал то, о чем напрочь забыли создатели большой экранизации. А именно, скажем так, способность волкодава периодически во время сна переселяться в дух большущей собаки и в таком состоянии бегать по лесам и кусать за жопы всяких нехороших личностей. Конкретно в сериале это проявит себя во второй половине сюжета. Ну, а в фильме, как я уже сказал, про это забыли начисто. Не то чтобы этот аспект сюжета был как-то важен для центральной линии, однако, согласитесь, грех такой ситуации лишний раз не пнуть фильм. И вот караван доходит до шахт, которые, судя по костюмам охранников, версии сериала представляют собой самый настоящий данжен. Впрочем, неудивительно, ведь они пришли продавать сюда... И что же это? О боже мой, чернокожие персонажи в славянском фэнтези! Какой ужас, какой кошмар! Проклятый Netflix и тут дотянулся! Хватит это терпеть! Кстати, у нас тут очередной центральный персонаж. Почетный гачимученик Гвалиор.
единственный охранник с хоть каким-то намеком на совесть. Итак, подают в Dungeon, где происходят, обычные будни фэнтезийной шахты с рабами. Сразу же нам дают немножко лора и показывают, что каждый раб имеет право... Право. Ты имеешь право на поджопник. Но в смысле подраться с гачи-охранником за возможность выйти на свободу. Между тем, герои распределяются по шахтам. С Виллией хочет поиметь секс... Dungeon Master. Зови меня Церегат. Пацан с георадаром попадает в пользование такому же милому дедушке с георадаром. А волк с волкодавом идут копать что-то в шахту. И их дружба потихоньку начинает трещать по швам. Волк вслед за Виллией попадает в милость к Dungeon Master. Этого я забираю себе. А вот волкодав отправляется... На 17 уровень. Происходит таймскип, за время которого волкодав превращается, собственно, в волкодава в исполнении Бухарова. Пацан Георадар превращается в Андрея Чадова, а волк становится злым клоном Димы Билана, да еще и лысым. И да, теперь он злодей. Прям такой злобный злодей. Вообще, знаете, как сделать из нормального, в целом ровного пацана, пускай с гнильцой, злобного Диму Билана? Что ж, ловите инструкцию. Даем ему кучу камней, на которые разрешаем покупать ништяки. Говорим вот такое. На эти камни ты можешь покупать не только еду. Ты можешь купить даже свободу. Но не свою. А свободу друга. И даем поступить как полная крыса. Что каждый камень отнимает день твоей жизни... И приближает день твоей казни. Теперь он носит черный кожаный плащ. Он лысый. У него злая козлиная бородка. Черт, я даже не знаю, что еще должен сделать этот парень, чтобы сильнее показать, что он злодей. Больной ублюдок. И до полного комплекта добавим изнасилование. Поговорим об актерской игре. Не будем говорить об актерской игре. В это же время Волкодав учил особое рэперское кунг-фу и качался. Учил кунг-фу и качался. Качался и начал кашлять собственными легкими. И это, разве они в шахте не должны работать? В это время начинаются соревнования геологов, которые раз и навсегда должны определить лучшего из них. Дед говорит, что, мол, в штольне еще куча всего хорошего, тогда как Чадов говорит, что ковырять дальше не стоит даже и пытаться. Разумеется, прав оказывается Чадов. Так Чадов прокачивается до... Чадова с модной сережкой. А вот дедушку списывают в утиль. Используя новые полномочия, Чадов хочет найти суперзалежи камней, но находит только огонь. Естественно, после этого он совершает суицид. Под конец серии к Волкодаву и его друзьям в гости заходят злодеи. Это Дима Билан и Виллия, которая, во-первых, перешла на темную сторону, а во-вторых, сюрприз, беременная. И первым же делом она убивает своего отца, ради которого вообще вписалась в это дело с шахтами и рабами. Кстати, вот вам немного мотивации. Я почти умерла. Я бы никогда не увидела этих проклятых рудников. Но меня вытащила шелудивая серая собака. У тебя его глаза. Как оказалось... За долгие годы шахтерской жизни у Виллии неплохо так протек чердак.
Плюс все это наложилось на особо извращенную версию стокгольмского синдрома. Короче говоря, эта девка стала главной злодейкой всего сериала. И это неплохой такой путь для героини, стартовавшей как вполне себе положительный персонаж. Учитывая, что этой героини не было в оригинальной книге, за ее появление авторов сериала определенно можно похвалить. Ну а между тем, третья серия подходит к концу. В Данжен возвращается караван, а вместе с ним идут старички-лесовички, которые в этом сериале в роли жрецов богов-близнецов. Если что, вера в близнецов в оригинальной книге была чем-то вроде местного христианства. Здесь же из них сделали натуральных сектантов, готовых мочить неверных просто за косой взгляд. Возможно, причина в том, что конкретно этих дедов сделали зачем-то еще и сектантами Мараны, как и Жадобу с людоедом в полнометражке, да. Деды приехали выкупать рабов. Но не всех, а только тех, кто знает пароль и отзыв. И Волкодав даже знает эти самые пароли и отзыв, но не говорит принципиально, ведь ему его венская вера важнее, чем... Ну а один из приятелей Волкодава, похоже, слишком много себе позволяет. Между тем, во внешнем мире происходит натуральный финансовый кризис, который возымел очень интересные последствия для работорговцев вообще и охранника Гвалиора в частности. Последний узнает, что его невеста оказалась не такой уж и ждулей, как обещала. А в итоге Гвалиор устраивает Левиафан, вваливается к Dungeon Master пьяным в Драбадан, похищает его цацку и сваливает, потому что он магёт. В погоню за ним отряжают Волкодава и его последнего оставшегося в живых приятеля по рытью тоннелей, который оказывается по совместительству еще и философом и начинает задвигать монологи о сути понимания свободы и прочую экзистенциальщину. Вот ты, пес, ты хотел бы внутренней свободы. Вот и я, знаешь, я хотел бы свободы обыкновенной. А еще они по дороге находят остатки шахтеров, якобы когда-то сбежавших на волю и ставших для остальных рабов настоящей легендой. Кстати, немного отвлекусь, но конкретно в этой сцене использован довольно интересный прием. Чтобы сэкономить на декорациях, самое крутое находится как бы на переднем плане, точнее, на месте четвертой стены. То есть герои как бы видят это и удивляются, но по факту они просто смотрят в камеру и говорят. Остальное же дорисовывает воображение зрителя. Беглый гачи-мученик найден и спасен. Dungeon Master на радостях готов отпустить Волкодава и его приятеля, но поскольку Волкодав не умеет вовремя закрывать хлеборезку, эти двое остаются в шахте крутить колесо. Крутить колесо над ямой с кислотой. А Дима Билан демонстрирует яркие отцовские чувства. А дитя? Признаешь ребенка? Если богам будет угодно, она сгниет в чреве ее. Вилия, правда, подводит своего супруга и рожает вполне здорового розовенького карапуза. Впрочем, свою оплошность она твердо намерена исправить. Благо, в шахте есть очень удобная яма с кислотой, над которой крутят колесо Волкодав и его приятель. Однако, на помощь ребенку внезапно прилетает летучий мышь и быстро становится нелетучим. С другой стороны, ребенок все-таки спасен, а приятель-философ Волкодава даже выкормил его молоком. Единственное на свете дитя, вскормленное молоком летучих мышей. К сожалению, купание в кислоте для философа даром не прошло. И достаточно скоро он собирается на выход. Волкодав пристраивает малого куда-то к женщинам в шахту. Господи. Волкодав быстренько пристраивает малого и решается наконец-то поговорить со старым другом. Ответь мне, мастер Шаркут. Есть мне воля при тебе стороннем судье просить у него права? Есть. А есть у него воля отказаться? Вообще, давайте для сравнения вспомним,
как эта же самая сцена была показана в полнометражке. Там всю шахтерскую предысторию Волкодава упихнули в достаточно короткую нарезку под музыку, подчеркиваю, без слов. И хотя, в принципе, общая канва более-менее понятна, понятна она только на уровне каких-то базовых вещей. То есть, Волкодав был в шахте, Волкодав в шахте кого-то завалил, и его почему-то не казнили за это, а отпустили. В частности, битве с волком там уделено внимание постольку-поскольку. По крайней мере, когда я впервые смотрел фильм, из этой нарезки было понятно только то, что у Волкодава был некий личный враг среди охранников, он его задушил, и все, вышел на свободу. По крайней мере, без знания оригинала, понять, что конкретно произошло в этой сцене, достаточно трудно. Впрочем, эта ситуация неудивительна для фильма «Волкодав». Что же касается битвы волка и волкодава в экранизации, то поставлена она, на удивление, круто. Да, декорации и костюмы все еще оставляют желать лучшего. Однако все это искупается эмоциями и, как ни странно, игрой актеров. Перевожу на русский. Эта драка действительно выглядит как битва насмерть двух бывших друзей. И да, в конце добавляют немножко жести. Именно так Волкодав и получил свою кличку. И именно под этим именем покинул шахты. Не так пафосно, как в полнометражке, конечно, но зато в сериале он успевает поболтать с призраками погибших ранее персонажей, которые, не будь дураками, берут и выдают ему квесты на вторую половину сериала. И даже Дима Билан после смерти внезапно снова стал добрым, но чисто Энакин Скайуокер. Что ж, треть сериала позади, и у меня хорошее предчувствие. Правда, есть одна проблема. Книжка закончилась. А это значит, что нас ждет оригинальный сценарий. Вторая половина сериала начинается с того, что полудохлого волкодава спасают какие-то индейцы. Да не простые, а, как выясняется позже, крылатые. Кстати, в оригинальной книге вместо них были всадники на летающих собаках, так что замена, в принципе, равноценная. Крылатые чингачгуки живут в закрытой коммунной и не очень любят чужаков. Зачем, спрашивается, тогда притащили к себе этого, ну да ладно. В любом случае, волкодаву дают понять, что ему тут не рады, и шел бы он отсюда нахрен. Возможно, отчасти это связано с тем, что ради его спасения дочка местного вождя... И нет, я не буду вставлять тут титр с ее именем, ибо много чести. Пусть будет Крылатка. Крылатка спасла волкодава, применив силу любви. Но ради этого пришлось нарушить какой-то местный ритуал, и теперь она не сможет выйти замуж за пернатого принца. Из-за чего принц не очень доволен. Волкодав в принципе не против поскорее свалить из этого курятника, и таки делает это при помощи дрына и двух летунов. На земле волкодав наконец-то встречает Кендарат. И да, я не помню, говорил это или нет, но лично мне именно сериальная версия этой дамочки импонирует куда больше, чем в экранизации или даже в оригинале. Все-таки добавляет ей очков тот факт, что конкретно у этой версии Кендарат, помимо мудрости и всеобъемлющей любви, есть также молодецкий задор и поистине джедайское лицемерие. Ну, то есть, это когда персонаж вроде как за мир и любовь во всем мире, но при необходимости может так навалять, что ты потом неделю костями гадить будешь. Побродяжничав в компании Кендарат в течение одной серии, волкодав расстается с ней и уходит делать полученные от призраков квесты. А именно, вернуться в шахты и вытащить оттуда ребенка Вилли, усыновленного другом-философом. Сдать малого на руки названным бабки с деткой, попутно раскрыв какой-то дворцовый переворот. Попытаться спасти Матчадова, ну, точнее, Катая, но давайте честно, вы тоже запомнили этого персонажа по фамилии актера, а то, что его звали Катай, даже не вспомнили бы, если бы я не напомнил. Упасть в яму с говном. Яма с говном на пути волкодава, к слову, оказалась не просто так.
При помощи нее вот этот парень надеется вычислить жрецов Мараны, которые тут ходят по округе и заражают города какой-то непонятной, но очень лютой чумой. По его задумке, упав в говно, человек пойдет мыться на реку и засветит ритуальные татуировки. Тут-то он его ножичком и порежет. Ну вот это я понимаю меры борьбы с пандемией. А жрецы Мараны-то по округе действительно пасутся. И в частности, вот этот мужик с бородой, приспешник людоеда, которому волкодав во время очередного путешествия в виде астральной собаки отгрыз правую руку. И теперь бородач ищет волкодава, чтобы отомстить. В своих поисках он сталкивается со знакомыми нам старичками-лесовичками, которые, сюрприз-сюрприз, и являются ответственными за чуму, подтверждая тем самым искусственное происхождение вируса, которого тут все боятся. Бородач ссытся стать разносчиком чумы и обещает найти более подходящую кандидатуру. И находит Вилею. Как оказалось, после гибели волка она окончательно двинулась башкой и пошла по следу волкодава. Правда, когда их пути таки пересекались пару раз, она, как и положено главному злодею сезона, закатила монолог с закономерным результатом. Вилия вступает в секту грибов, где, сама того не ведая, становится разносчицей чумы с очень ограниченным таймером. Ей перспектива сдохнуть не очень по душе, но ее мнение никто не спрашивал. Насквозь больная Вилия бредет в направлении ближайшего крупного города и едва не падает в ту же самую яму с говном, что и волкодав. Но от позора ее спасает здешний вирусолог. И, как оказалось, зря. Впрочем, к его чести, из последних сил он все-таки пытается провести дезинфекцию и отправляется на самоизоляцию. Вилия, впрочем, все равно выживает, спасибо дождю. Ночью какая-то сердобольная бабушка хочет нанести ей удар милосердия, однако на помощь внезапно приходит крылаточка. Как оказалось, она упорхнула из своей деревни вслед за волкодавом. Ну, точнее, ее изгнали, но это мелочи. Крылатка не только освобождает Вилию, но и неведомым образом исцеляет ее от неизлечимой болезни. Видимо, потому что крылатые люди. Девушки становятся подружками, Вилия всячески раскаивается и братается, или сестрица, неважно. При этом она всем своим видом показывает, что на самом деле что-то замыслила. Но крылатка то ли реально ведется, то ли изо всех сил хочет верить в добро. Вилия и ее новая подруга идут в город и там встречают... Отмотаем немножко назад. После падения в яму с говном, волкодав приходит в город и узнает, что он тут оказывается местная знаменитость. На каждом углу поют песню про раба, который убил надсмотрщика и вышел на свободу. Автор песни находится тут же. Старый знакомый гачи-мученик Гвалинор, который сменил имя и пытается начать новую жизнь. В городе, где не очень любят работорговцев и надсмотрщиков. Что, правда, не мешает его жителям самим держать у себя рабов. Лицемерие оно такое, да. Кстати, забавный факт. Для съемок использовались те же самые декорации, что были построены когда-то для полнометражной экранизации «Волкодавы». Да, по сюжету это не Галлерат, но декорации именно от него. Правда, без мрачного светофильтра, графона и более аутентичной массовки смотрится город и правда иначе. А волкодав, узнав, что мамка Катая в рабстве у одного из местных, встревает в очередную авантюру. И поскольку кое-кто не умеет вовремя закрывать хлеборезку, конспирации Гвалинора в этом городе приходит конец. Это же... Вы за ним песнь поете! Его герои величаете, а сами каменьями! Это же он! Волкодав! Это он! Честью своей и именем вам клянусь! Да тебе-то откуда это ведомо? Песнь сию я сложил. И музыкантам бродячим продал. А ведомо мне оттуда, что был я в самоцветных рудниках. 10 лет.
надсмотрщиком. Зато у нас начинается турнирная арка, как в этом вашем аниме. Здесь есть место интригам, предательствам, сговорам, бесчестным приемам, и даже смерть на арене будет под ликование толпы. Между прочим, на бой волкодав выходит в какой-то сетчатой рубашечке, которую нам пытаются выдать за кольчугу. И она даже иногда позвякивает. Помнится, еще году в 2008 я читал шутку, что звенят на самом деле монеты в кармане костюмера, который очень ловко придумал, как оттяпать себе кусок бюджета. Победив, так или иначе, в турнире, волкодав готовится отправиться на последний квест, а именно проведать мать Вилли и ее младшего брата. По просьбе мужика, который в начале истории продал себя в рабство и, по сути, заварил большую часть сюжета. Как удачно, что прямо из-за угла на волкодава выходит идеальный проводник для этого квеста. Виллия просит у волкодава и Гвалинора прощения, ей, разумеется, никто не верит, но крылатка уж больно убедительно за нее заступается, так что мужики нехотя соглашаются потерпеть. Ночью крылатую сексует волкодав. Моє кохання до тебе. Чи хочеш ти їбатися, безеркер? Безеркер! Ти зараз сказав... їбатися? Чохен-чпохен имеет последствия, и в предпоследней серии крылатая, в очередной раз разоткровенничавшись с Вилей, признается ей, что беременна. Короче, хана крылатой. Виллия, окончательно обезумев, пытается спровоцировать волкодава на смертоубийство, но тут откуда ни возьмись, не берется бородач и убивает Виллию. Происходит это настолько внезапно, что даже волкодав охреневает с того, что это за мужик и откуда он взялся. Что характерно, бородач требует мести, но волкодав вообще не раздупляет, что произошло, и пытается отбрехаться. Неудачно. Довольный собой бородач приходит к людоеду. Господи, что за позорище? Приходит к людоеду и докладывает, что волкодав мертв. Людоед вообще не в курсе, кто такой волкодав и почему то, что он мертв, должно для него, людоеда, хоть что-то значить. Странно, что он вообще не спросил с подчиненного, какого хрена тот вместо службы гонялся по лесам за каким-то левым бомжом. А, впрочем, бородача он все равно приказывает убить на всякий случай. Волкодава спасает внезапная Киндара. Тот заканчивает последний квест, прощается с призраками и идет финально биться с бородачом. Битва, кстати, заканчивается до обидного быстро. Зато по-самурайски. Финальная сцена... Волкодав скачет в направлении замка людоеда, навстречу сюжету книг. Ну, вот и все. Сериал закончился. Ура! Вообще, я не знаю, как относиться к этому сериалу. Потому что, если рассматривать его как полностью самостоятельное произведение, то да, он неплохой. Здесь есть интересные сюжетные линии, есть интересные персонажи, многие сцены сняты и срежиссированы очень хорошо. Но как экранизация он проваливается по всем фронтам. Даже как вольная трактовка, использующая книги лишь как основу, этот сериал не выдерживает никакой критики. Хотя бы за то, что он перевернул с ног на голову некоторые столпы, на которых держалось оригинальное произведение. Про культуру рувенов и их отношение к женщинам я уже сказал, но это не самое главное. Куда хуже то, что сам волкодав здесь – это вовсе не тот нелюдимый и побитый жизнью парень, чудом выживший в шахте. Это типичный главный герой типичного фэнтези. Благородный, всегда готовый прийти на помощь и с удовольствием общающийся с каждым встречным. И да, я обошел стороной один интересный аспект. В книге волкодав никогда не представлялся, называя себя, собственно, именем волкодав. Все потому, что имя у венов – штука не менее сакральная, чем женщина. И получают его вены от матери в день совершеннолетия. Ну или когда та решит, что сынок уже достоин считаться взрослым. И раскрывает только самым-самым близким людям.
А Волкодав — это, напоминаю, кличка, которую главный герой получил за победу над охранником из рода волков. И именно так он к своему прозвищу и относился, как к кличке, но не как к имени. Но в сериале на этот момент, как и на многое другое, забили. И я не думаю, что такая коррекция лора была преднамеренной. Скорее всего, сценарист тупо не стал разбираться в этих тонкостях. И да, кому-то, возможно, мои претензии сейчас покажутся странными. Ведь совсем недавно я говорил, что именно образ Волкодава в обеих экранизациях — это лучшее, что удалось сохранить из книг. Но вот в чем фишка. В книгах Волкодав действительно стал таким, как показан в сериале. Проблема только в том, что стал он таким сильно после описываемых событий. Во-первых, свершив наконец-то свою месть, которая была для него смыслом жизни в описываемый период времени. А во-вторых, поддавшись сильному влиянию своих друзей. Из-за чего и перестал быть нелюдимым бомжом, которого нормальные люди принимали за бандита. И я уже не говорю про его крылатую подружку, которая вообще как собаке пятое колесо и кардинально меняет вектор мотивации главного героя. И вот в остальном ситуация не лучше. Да, показанный в сериале мир интересен. Тут то и дело проскакивают термины из книг, упоминаются другие народы и религии. Но вот только это не мир Волкодава. И тут встает ровно тот же самый вопрос, что и к большой экранизации. Если от оригинала осталось так мало, стоило ли вообще к нему привязываться? А, и еще я в своем обзоре опустил такой момент, что персонажи сериала говорят каким-то дико пафосным слогом, ну, знаете, как в старых спектаклях. И это немного подбешивает, если честно. Я хотел сюда вставить пару примеров, но вот конкретно эту часть я пишу в 2 часа ночи, и простите, пожалуйста, мне лень. Вообще, пример экранизации Волкодава как нельзя лучше демонстрирует, насколько нужно быть осторожным, работая с чужим материалом. Да, режиссер, сценарист и команда, работающие над переносом книги на экран, имеют право на собственное мнение. И даже, к ужасу членов секты книголучшизма, на внесение изменений в канву произведения. Но! Если уж такие творцы берутся кроить чужую историю, всегда нужно помнить о том, насколько тонка грань между собственным взглядом на историю и совершенно неуместной отсебятиной. И полнометражка, и сериал страдают от этого примерно в равной степени. Причем, глядя на запись со съемок, видно, что вся команда искренне отдавалась тому, что делала. И, скорее всего, и актеры, и съемочная группа по-настоящему верили, что работают над хорошим продуктом. К сожалению, им не хватило то ли таланта, то ли наоборот умения держать свою креативность в узде. Впрочем, проблемы экранизации далеко не ограничиваются от себятиной сценарий. Более того, если бы и фильм, и сериал были сняты без косяков, то даже идиотское повествование им можно было бы простить. Увы, но оба экранных продукта имеют массу недостатков и чисто в производственной части. Но о них пускай вам рассказывает какой-нибудь киноблогер, который прочитал умные книжки по сценарному мастерству и режиссерскому искусству. Ну, а у меня теперь, пожалуй, точно все. А это значит, что можно наконец-то перейти к играм. Напомню, фильм про Волкодава вышел в 2006 году, когда игровая индустрия России находилась на пике своего, прости господи, величия. У издателей были деньги, покупатели все еще были лояльны к отечественным разработчикам. Ну а выпустить в короткий срок игру по фильму считалось неплохим способом срубить немного денег. Короче, я все это к чему? Уже в то время начинал потихоньку раскручиваться маховик бесконечного потока трэша на российский рынок. И многие разработчики уже в то время не заморачивались даже с большими проектами. Чего уж говорить о простеньких играх по кинолицензии под премьеру. Тем удивительнее, что по Волкодаву в производство запустили сразу 3 игры, причем 2 из них были полноценными RPG. У разработчиков каждый из них был выбор – сделать проработанную, хорошую, качественную игру, которая запомнится не просто как приложение к билету в кино, но как полноценный и качественный самостоятельный продукт. Или же сляпать на коленке трешачок по схеме хуяк-хуяк и в продакшн. Начнем с халтурщиков. Первой в нашем списке идет игра от Gaiden Entertainment.
Да-да, те самые ребята, которые когда-то разработали Аниблейд, а сейчас известны всем и каждому со своим Вартандером. Волкодав – путь воина. И рассказ свой о ней я хотел бы начать немножко издалека. Вот видеокассета с фильмом «Властелин колец», снятым по книге «Властелин колец». А вот такая же видеокассета с тем же самым фильмом, но со смешным переводом. И, кстати, по этой версии тоже написана книга, которая на самом деле тема для отдельного разговора. Короче, именно по этой смешной версии фильма те же самые Gaiden Entertainment сделали игру. Немедленно отпустите этого замечательного карапуза, грязные педофилы! Отныне он мой! К чести разработчика, нужно сказать, что получилось у них довольно-таки неплохо. Игра представляла собой весьма бодрый экшен с комбо, кровищей и кучей мяса. Ну а действительно неплохой дизайн и местами смешной юмор от Гоблина только дополняли картину и давали право закрыть глаза на некоторые недостатки. И само собой на отечественном рынке игру ждал успех, даже несмотря на то, что ее геймплей и концепция были ворованными. Потому что с точки зрения механики игра представляет собой точную копию игр по фильмам «Две башни» и «Возвращение короля». Да, вот так, теперь живите с этим. Впрочем, сегодня нам это не важно, а важно то, что гайдены прочухали формулу успеха. И в короткий срок на российском рынке появилось еще несколько игр по мотивам свежих блокбастеров, построенные по той же самой схеме. Механика «Братвы и кольца» плюс множество, ну вроде как забавных шуток, которые, мягко говоря, ну вот вообще никак не клеились с атмосферой оригинала. Особенно бросается это в глаза в игре по фильму «Меченосец». Почему? Да потому что оригинальная лента — это такая довольно дикая смесь тарковщины с чисто балабановской чернухой. Ну а игра же... смотрите сами, тут мои полномочия все. Короче, думаю, вы поняли, к чему я подвожу. Волкодав «Путь воина» — это очередной представитель клонов «Братвы и кольца», ну или «Возвращение короля», кому как удобнее. И кстати, хоть это и слэшер, но то ли у меня руки из жопы, то ли у разработчиков, но я так и не смог нормально подружить игру с геймпадом. И мне не помогли даже специальные программы, которые тупо эмулировали нажатие кнопок на клавиатуре. Хотя, к чему это я? Игра не дает даже настроить кнопки, чего уж говорить про выбор устройства ввода. И сразу еще один чисто технический косяк. Не знаю, с чем это связано, но эта игра почему-то в процессе прохождения уровней катастрофически теряет FPS. Если в начале уровня есть еще терпимые 30-40, причем вы сами видите уровень графона, и да, это максимальные настройки, то чем дальше идешь по уровню, тем сильнее проседают кадры, и к концу я кое-как доползаю со значениями в 10-12 FPS. Причем отключение всех графических наворочек и всех фоновых программ мало на что влияет. И у меня, конечно, есть подозрение, что дело может быть либо в сильной современной для этой игры 10-й винде, либо в программе для захвата видео. Но против последнего говорит то, что даже с выключенной записью ситуация хоть и меняется в лучшую сторону, но не то чтобы заметно. Больше 20 кадров к концу уровня мне выжать так и не удалось. Это я все к чему. Когда будете наблюдать на экране слайд-шоу, то помните, что это не я играл на картошке и даже не накосячил в видеоредакторе. Это все игра. И если что, то просто поставлю футажи с Ютуба. Надеюсь, я их все-таки найду. Итак, игра начинается сценой, где Волкодав находится на подступах к замку людоеда, полной решимости отомстить за гибель близких. Все прямо как в фильме или в книге. Первым же делом игра демонстрирует нам, что хотя она заявлена как слэшер, в ней есть система стелса. Ни разу ей не пользовался, и вы поймете почему. Короче, управление волкодавом переходит в наши руки, и мы отправляемся в первый бой. Ну а где первый, там и второй, а где второй, там и третий, и поначалу это даже весело. Волкодав лихо размахивает мечом, враги падают, помирают, иногда случаются фаталити, но затем происходит вот это. Эй, вон он! Стреляйте! Стреляйте! Хватай его! Хватай его! Так, пожалуй, я поясню, что происходит.
мы оказываемся перед высоченной стеной, на которой стоят сразу три лучника. Все трое, конечно же, херачат волкодава стрелами. И вроде бы, что делать, тут очевидно. У волкодава ведь тоже есть и лук, и стрелы. Правда, вот стрельба здесь сделана, как бы вам объяснить. Чтобы навестись на цель, нужно выбрать лук, для чего придется зажать Shift. Натянуть тетиву, для чего придется зажать левую кнопку мыши. И двигая мышкой, аккуратно повернуть волкодава в сторону противника, чтобы сработал автоэйм. Потому что без автоэйма стрела полетит куда угодно, только не во врага. Особенно, если последний стоит с героем на разных уровнях. Но как же мы поймем, что автоэйм сработал? А присмотритесь, цель слегка подсветится, и волкодав более точно прицелится в нее из лука. Но если вы думаете, что кривое управление в режиме лука – это главная проблема с ним, то вы ошибаетесь. Ведь все эти манипуляции, напомню, нужно проделать под настоящим градом из вражеских стрел, а до этого разобраться с целой толпой пехоты. И каждый, сука, пропущенный удар или стрела будет срывать всю подготовку к выстрелу. Напоминаю еще раз, у нас тут три лучника, которые обладают бесконечным боезапасом. Короче, в итоге я просто заабьюзил искусственный интеллект и встал в слепую зону, откуда спокойно расстрелял двоих. Не знаю, может оно, конечно, так и задумано. Чужак! Там чужак! Там чужак! А, кстати, уж не знаю, стало ли этому причиной экономия ресурсов или сжатые сроки разработки, но враги в игре немногословны. Конкретнее, у них всего три фразы, которые они повторяют в случайном порядке и без остановки. Минимализм в этой игре, кстати, не только в озвучке. Игра предлагает нам всего три вида ударов, пару комбо и два добивания. Одно в бою и одно лежачее. В других подобных играх, в том же «Властелине колец» или в «Меченосце», это все дополняется хотя бы крутой расчлененкой и красивыми фаталити. Зато у волкодава есть неплохие заставочки. Пройдя наконец за крепостную стену, игра перестает стесняться и таки показывает, насколько же она хардкорна. По-русски, бессмысленно, беспощадно, жопоразрывающе хардкорно. Враги буквально зажимают в кольцо, сбивают анимацию добивания и ударов. И я напоминаю, что каждый пропущенный удар в лучшем случае означает прерванную атаку. Но, скорее всего, волкодава просто зажмут в кольцо и начнут жестко запинывать, не давая сделать ничегошеньки. Вся надежда на спецприем, который хотя бы отгонит ближайших врагов и уронит их на спину. И еще, кстати, игра любит поставить лучников, которые будут засовывать в зад игроку стрелу за стрелой, пока он дерется с боссом. С жирным, неубиваемым, простым мечом боссом, ради которого нужно использовать магию. Да, боссы здесь отдельная тема. Когда я впервые встретился вот с этим парнем, игра показала мне вот такую плашку и ничего толком не объяснила. Мол, просто использую магию и все тут. В игре, кстати, нет ни толкового обучения, ни места для тренировок, но это так, к слову. Сразу в бой, с места в карьер. Все, как вы любите. Так вот, оказывается, нужно было пробежать сильно за спину этого босса, пропустив кучу мобов и сунуть меч в фонтан, чтобы напитать его некой магической силой. И только тогда он сможет наносить боссу урон. Причем заклятие постоянно слетает, и его нужно периодически обновлять. А здоровье у этого босса, как вы можете догадаться, да херища, и щадить он нас не намерен. Кстати, если вы думаете, что хотя бы во время битвы с боссом игра сменит свои привычки пихать в зад лучников, то ха-ха-ха-ха, это я так рассмеялся вам в лицо. И, кстати, не то чтобы я хотел придираться к этой детали, но откуда у волкодава меч в начале игры? В смысле, по сюжету свой волшебный меч он отнял у жадобы сильно позже по сюжету, а до этого обходился или копьем, или в рукопашную. Впрочем, ответ, конечно же, на поверхности, потому что иначе пришлось бы создавать отдельную новую боевку для первых пары уровней, ну а гайдены, как я уже говорил, не очень любят растрачивать ресурсы. И раз уж на то пошло, откуда он вообще научился махать мечом? Ну в смысле, копьем орудовать он научился в шахте, киндарат учил его рукопашной, откуда меч? Впрочем, это скорее претензия к книге.
кое-как запинав босса, мы... Нет, не переходим на второй уровень. Вы что, дураки? Кто ж ставит босс-файт в конце уровня? Вы вообще знаете хоть одну игру, где босс-файт был бы в конце уровня? Быть может, вы считаете, что битва с таким сильным противником должна бы по-хорошему означать конец этапа и быть своеобразной мини-кульминацией, после которой дается шанс отдохнуть там в заставке или в загрузке? Ну уж нет, в игре «Волкодав. Путь воина» босс стоит посередине уровня, и впереди у нас еще точно такой же отрезок с еще большим количеством врагов. И вот тут нас подстерегает новый прикол от разработчиков. Здесь нет сохранений во время уровня. Вообще. Никаких. Ни в каком виде. Ни квиксейвов, ни чекпоинтов, ни автосейва после босса. Нет даже возможности записать свою статистику. Единственный способ не просрать прогресс — это пройти уровень до конца. Ведь тогда следующий откроется в главном меню, и можно будет стартовать уже с него. Надо ли говорить, что пройти уровень с первого раза тут та еще задачка, ведь чем дальше, тем хуже становится поток врагов, и тем сильнее, напомню, тормозит графика. Так что я еще раз дико извиняюсь за фризы по всему экрану. Второй уровень буквально стартует с места в карьер. Ну, точнее, в огромную яму, которая тут почему-то называется замком людоеда. И именно здесь во всей красе себя показывает камера. Если на открытых пространствах ее норовистость еще более-менее терпима, то вот в закрытых помещениях это просто какой-то ужас. Потому что она то и дело норовит поймать в кадр или кусок декорации, или кусок стены, или еще какую-нибудь херню, которая обязательно закроет обзор, из-за чего волкодав окажется в окружении. И я уже молчу о том, что иногда из-за дебильного ракурса становится просто невозможно управлять персонажем. Ну, например, подниматься по лестнице, особенно если сверху спускаются враги. Впрочем, давайте воспользуемся этой возможностью и в деталях разберем геймплей. Для начала у нас есть три удара, что уже неплохо. Слабый, но быстрый, сильный, но медленный и вот такой вот закорючистый при нажатии на колесико. Еще можно поставить блок, который защитит волкодава от нескольких ударов, но далеко не от всех. Ну и про лук я тоже рассказывал. Кроме того, любого лежачего противника в игре можно эффектно добить, отчего он помрет с одного удара. Я вижу его! К тому же, в игре, как и в любом другом нормальном слэшере, есть комбо. Выглядят они примерно вот так. И выдаются строго по сюжету. Сделать их специально, кстати, достаточно трудно. И мне почему-то кажется, что я даже не до конца разобрался в этой механике. Потому что вот тут вот в интерфейсе есть какие-то загорающиеся картинки, но я так и не понял, на что они влияют и как их можно использовать. Жду его! Изучаются комбо автоматически. И из всех, что я получил за первые два уровня, реально мне пригодилось только одно. И, кстати говоря, в некоторых рецензиях на эту игру, которые я прочитал, пока готовил ролик, указано, что для этой псевдопрокачки быстро набиваются уровни только в начале игры, а уже ближе к концу не растут вообще. Ну, то есть комбо тут действительно не так уж много, но это, в принципе, простительно, потому что они не особо нужны. А вот где минимализм непростителен, так это в том, что главный герой может носить с собой только 3 банки здоровья и 20 стрел. И да, хотя ни с тем, ни с другим проблем обычно не возникает, потому что и зелья, и стрелы сыпятся из врагов только так, на боссах ты понимаешь, насколько же мало 3 банок здоровья. Особенно, когда ты пытаешься заковырять врага, который в разы толще тебя, и при этом способен за пару ударов сбить тебе половину хп. С другой стороны, несмотря на все то, что я сказал ранее, боевка тут и правда довольно бодрая и веселая. Ну, если вы, конечно, любите слэшеры на закликивание тупой толпы ботов примитивными одинаковыми приемами. Без красочной анимации, ярких спецэффектов и прочих свистелок и перделок настоящих слэшеров. Как оказалось, я не очень такое люблю. Но постой, Дима, скажете мне вы, ты же в самом начале говорил, что в игре есть стелс. Ты что, не собираешься показать нам, как он работает? Ну, вообще-то нет, не собираюсь. Просто у меня так ни разу и не вышло толком им воспользоваться. Ведь для этого нужно незаметно подкрасться к врагу, а потом нажать среднюю кнопку мыши. Среднюю! Я уже молчу про то, что подкрадываться придется в условиях проседающего FPS и того факта, что враги здесь редко остаются одни. Ну а ситуация никогда не позволяет выпасть из поля зрения сразу всех, кто может поднять тревогу.
и попытка использовать стелс обычно заканчивается очередной дракой толпа против одного. Раз уж мы заговорили о врагах, то, наверное, нечестным будет не рассказать про них. По крайней мере, про тех, кто встретился мне на первых двух уровнях. Обычные. Собственно, просто мобы, вооружены одноручными мечами или дубинками. Проблем не представляют, если только не нападают большой кучей. Основная массовка и основное мясо в игре. Щитовики. Враги со щитами. Бесят тем, что, укрываясь своими щитами, становятся абсолютно непробиваемы стандартными атаками. И валить их приходится, либо зайдя с тыла, либо специальным комбо. Первый же кандидат на добивание при первой возможности. Копьеносцы. Второй кандидат на добивание при первой возможности. Эти бесят тем, что могут атаковать волкодава на большом расстоянии. На достаточно большом, чтобы не достать их мечом, но недостаточно, чтобы расстрелять луком со стрелами. Валить их, кстати, тоже приходится, либо бегая вокруг и долбя с тыла, либо использовать эффект неожиданности. Лучники. Эти просто бесят. В основном тем, что мечом их удается достать крайне редко и приходится стрелять в ответ. Убийцы. Чуваки с ножами. Умеют становиться невидимыми и подкрадываться, а потом нападать со стороны очка. Кроме того, иногда могут достать лук и пострелять, особенно если волкодав стоит довольно далеко. Сильных проблем не доставляют, разве что в больших замесах с кучей мобов, когда начинают долбить в спину, пока ты возишься с очередным щитовиком или копейщиком. Ну и да, как вы могли догадаться, эту игру я до конца не прошел. Возможно, стоило запустить ее на каком-нибудь более старом компе с Windows XP, но я почему-то не уверен, что игра стоит свеч. Во-первых, меня терзают смутные сомнения, что и там она будет тормозить. А во-вторых, дойдя второй раз до боя с людоедом и позорно его проиграв, мне было откровение. Этой игре просто нечего больше предложить. Если она и правда создана по шаблону Братвы и Кольца, а она создана именно по нему, то я в принципе легко могу догадаться, что нас ждет дальше. Каждый из последующих уровней будет основан на том или ином эпизоде фильма, где волкодаву приходилось драться. Лучникам ничего не мешает по нам стрелять. В частности, нас ждет драка в караване, драка в галераде, наверняка сделают из сцены задержания целую миссию с кровавой разборкой, потом драка на болоте и тому подобное. Если я найду на ютубе футажи этой игры, то, пожалуй, даже вставлю их в ролик. Собственно, сейчас вы, скорее всего, их и смотрите. Все это, разумеется, будет сопровождаться драками с боссами, причем там, где боссов в фильме сделать не из кого, их просто выдумают. Проще говоря, никакого разнообразия эта игра предложить нам уже не сможет, а значит, я не хочу тратить на нее ни свое, ни тем более ваше время. Если что, вот примерно это происходит в самом финале. Так что давайте просто закроем это дерьмо и перейдем к действительно интересным проектам. Разработкой игры «Волкодав. Последний из рода серых псов» занималась луганская студия «Меридиан-93». И из более-менее серьезных проектов, как нам сообщает такой несомненно надежный источник, как Википедия, у этой компании только «Диаблоид Про» Александра Македонского. Все же остальные игры студии представляют собой различного рода казуалки и мобилки. Кроме того, за студией числится перенос на компьютеры настольной игры «Каркасон», а также нечто под названием «Бешеные буренки». И как пишет игромания, это, цитирую, «вертолетный симулятор, где нужно бомбить свихнувшихся коров». Ну да не ради коров мы сегодня собрались. Итак, игра начинается сценой, где волкодав находится на подступах к замку людоеда, полный решимости отомстить за своих близких. Все прямо как в фильме или в книге. Но на самом деле нет. Почти сразу же мы встречаем неких бандитов, устроивших привал на дороге, и становимся невольными свидетелями их диалога. Достаточно длинного диалога, в котором они говорят, что от них сбежал некий раб. И рабам в науку, чтоб знали, беги не беги, а в два счета изловят и к столбу приколотят.
Чуть погулял, много дней нехорошей смертью помирать будет. Что это? Волки так не воют. А также подробно рассказывают о каком-то магическом ритуале. Что? Оттого он с прочими жрецами здесь и замок выстроил, что полянка ему одна приглянулась. Так вот в полночь идут они на эту самую полянку и человека к столбу привязывают. А потом кровь ему пускают и волку пить дают. И самое главное, чтобы тот, чью кровь волчара лакает, в это время еще живой был и в глаза ему смотрел. А когда он крови напьется, то превращается... Взять его! И эта первая сцена сделана реально круто. Диалог хорошо прописан, а персонажи, пускай даже одноразовые статисты, показались снабжены характерами. Честно признаюсь, я даже сначала подумал, что вдруг можно как-то прокрасться мимо и оставить в живых этих бандитов. Увы, игра велит нам перебить их, а значит, пора в бой. С точки зрения геймплея, у нас тут что-то вроде Диаблоида, где игрок, прокачивая персонажа, должен до смерти закликать всех врагов на экране. Хотя, конечно, система боя тут заслуживает отдельного разговора, так что мы к ней еще вернемся. Гуляя по первой карте в поисках чего-то, что может помочь подобраться к людоеду, мы встречаем первых NPC в игре. Это тот самый беглый раб, про которого бандиты говорили в самом начале. И он утверждает, что его друзей вот прямо сейчас приносят в жертву. А еще наводит на некую рабыню, которая может провести нас в замок. И тут мы понимаем, что в игре есть нелинейность и странствующие торговцы. Спасибо, добрый человек. Тебя как звать-то? Волкодавом кличут. Оно и правда, как я погляжу. А я Боруто. А я Боруто. А я Боруто. Короче, игра с самого начала показывает, что она вам не хухры-мухры, а очень даже сюжетно ориентированная. Потому что в первой же локации нам буквально как из ведра на голову вываливают просто кучу побочных квестов, заставок и различных перипетий сюжета, который, как возможно вы уже заметили, немножко отличается от оригинала. Ну, как минимум потому, что в оригинале не было никаких ритуалов с оборотнями и колдунами из Вархаммера. Судя по всему, горячим луганским парням мало было, как в экранизации, просто сделать из обычного бандита-людоеда злобного жреца темной богини. Им потребовалось еще и дать ему предводительство над армией оборотней. Ну, в любом случае, разработчики нашли, чем меня зацепить. Тем не менее, назвать ее совсем уж сюжетно ориентированной я не могу, и позже вы поймете почему. Также советую держать в голове, что между нарезанными заставочками на самом деле проходят довольно-таки солидные куски геймплея. И да, в этой игре есть еще и геймплей. К сожалению. Я сказал «к сожалению». Что ж, давайте подробнее. Любите ли вы Диаблу? Лично я не очень. Тем не менее, игра «Волкодав. Последний из рода серых псов» добавляет геймплею нашу старую знакомую. Эту грёбаную, бессмысленную и беспощадную хардкорность. Правда, на этот раз сложность достигается не банально сломанной боевкой, ну, точнее, не только сломанной боевкой, но об этом чуть-чуть попозже, а завышением уровня противника. Что я имею в виду? Посмотрите на происходящее на экране. В нормальных условиях игрок к этому моменту обычно прокачан уровня так до 5-6, и это при условии, что он истребил всю популяцию волков и бандитов на начальной локации и выполнит все побочные квесты. И обратите внимание на уровни моих противников. При этом более-менее адекватный бой в этой игре получается только с врагами, равными по уровню. Мне вообще нужно говорить, что игра почти никогда не подсовывает нам таких. В лучшем случае драться придется с врагами, которые превосходят волкодава уровней на 5, на 6, на 10, а иногда и вовсе раза в 4. Я вот, блин, вообще не шучу. В первой же локации нам встречаются мобы и 5, и 8, и 10, и 15, и 20 уровня. При этом сама локация спроектирована так, что в некоторые места попасть альтернативным путем просто невозможно. И единственным выходом остается абьюзить искусственный интеллект, вытягивать врагов по одному и разбиваться о них раз за разом, пока не пройдешь дальше. И я даже не говорю о том, что некоторые враги сами по себе очень сложные.
Вот просто посмотрите, сколько я уже долбаюсь об этих лысых чуваков. А ведь за воротами их еще больше. И банки со здоровьем не бесплатные, а их запас у торговцев не бесконечен. Короче, в какой-то момент я просто плюнул на все и легализовал себе читы. Благо, чит в игре всего один, на бесконечное повышение уровня. Так что это даже не жульничество, а просто уравнивание шансов со своими противниками. Тем более, в дальнейшем я старался играть честно и повышал уровни по мере прокачки. Ну, по крайней мере, в большинстве случаев. И раз уж у нас тут зашла речь про честный бой, давайте уже наконец-то поговорим про боевую систему. Вот как это было в Диабло? Мы жмем на кнопку мыши, персонаж наносит удар. Или использует способность. Или бежит в указанное место. И в принципе в Волкодаве все то же самое. С той лишь разницей, что здесь это сделано максимально всрато. А все потому, что система управления криво сломана. И стоит промахнуться хотя бы на один пиксель, как Волкодав немедленно начнет носиться по всему полю боя, рандомно махать оружием и обязательно огребет. И да, в боях один на один это еще не так заметно, но вот во время таких массовых баталий творится натуральный ад. За убийство мобов и выполнение квестов мы, как и положено, получаем очки опыта, которые со временем трансформируются в левел-ап. Немного повышаются базовые характеристики, плюс дается право поднять некоторые из них специально. На выбор у нас тут сила, ловкость, телосложение, владение оружием ближнего и дальнего боя, а также отдельно показатели здоровья и выносливости. Плюс, каждый уровень появляется возможность качнуть один уровень какого-либо спецприема. Проблема только в том, что этих спецприемов разработчики понаделали слишком много. Причем у каждого из них штук по 15 уровней прокачки. И большая часть всего этого изобилия абсолютно бесполезна в бою. Вернее, польза-то от этого есть, но тогда придется пожертвовать эффективностью других приемов, а этого вы делать точно не хотите. При этом, каждый такой спецприем требует определенного количества выносливости, которое представлено в левой шкале. При этом нужно помнить, что и бег, и даже простая автоатака тоже расходуют стамину. И если она вдруг опустится до нуля, то волкодав не просто станет медленнее ходить или потеряет возможность использовать спецприемы, но и начнет дышать как гребаный Дарт Вейдер в режиме турбонадува, даже в заставках. А это очень раздражает. Так что, помимо красных банок с ХП, в кармане нужно всегда иметь запас зеленых банок со стаминой. Потому что, если вы вдруг оказались без зелий в толпе врагов, то ни убежать, ни использовать спецатаку, ни банально отмахаться вы тупо не сможете. То есть, вы в жопе. Повествование в игре «Волкодав. Последний из рода серых псов» разделено на 4 больших главы, каждая из которых происходит в своем собственном наборе локаций. Они состоят из главной локации хаба, в которой есть NPC, торговцы и происходит основное действие квестов, и побочных локаций, по большей части представляющие собой либо небольшие участки, где разворачиваются всякие сюжетные события, либо самые натуральные данжены. В данжинах нас ждут мобы, гринд, фарм и, конечно же, шмотки. Ну конечно, куда же без этого? Какой же диаблоид без шмоткодрочерства? Для любителей шмоток здесь есть огромное множество всяких шлемиков, перчаточек, кольчужечек, сапожков и даже алебарда. Простите, блинная алебарда, которую игра, кстати, почему-то считает одноручным оружием. Не то чтобы все это нужно для прохождения игры целиком, но сами знаете, когда начинаешь чистить пещеры, бывает трудно остановиться. Большинство таких локаций не обязательны для основного прохождения, но без них, учитывая местную систему прокачки, было бы совсем хреново. И, кстати, иногда в этих данжинах встречаются такие ебаки, что удивляешься, как, работая над игрой по фильму, и уж тем более по книге Волкодава, можно придумать вот такое вот. И, собственно, раз уж мы заговорили об этом, то... я выскажусь насчет сюжета. И да, я понимаю, что сюжет в убогом диаблоиде по хреновой экранизации неплохой книги — это не то, что должно волновать всех и каждого. Но для меня это важно. Thank you.
становится. В плечах, что ли, шире. Чужой! Взять! Думаю, сейчас даже у тех, кто не знаком с оригинальной историей, появился один маленький вопрос. Что за херня происходит на экране? Какие-то четырехрукие монстры, какие-то волхвы, волкодав в непонятной маске, колдуны, маги, что это? Мы точно все еще в игрушке по более-менее реалистичному фэнтези в славянской стилистике? И да, и нет. На самом деле хочется привести еще один, возможно, даже более показательный пример. На этот раз из второй главы. Итак, победив людоеда и разобравшись с ужасными монстрами-мутантами в его подвале... Серьезно, монстры-мутанты в подвале людоеда, это даже звучит по-тупому. Разобравшись с монстрами-мутантами в подвале людоеда, волкодав со товарищи выходят к уже знакомому каравану и... Нет, знаете, я все-таки докопаюсь до еще одного момента. Что, блин, с озвучкой в этой игре? Стена держала сильное колдовство. Теперь, когда людоед мертв, его замок гибнет вместе с ним. Я знаю это, потому что сам строил его. Есть тайный проход, его никто, кроме меня, не откроет. За ним чудовище, ключник. Если ты сможешь убить его и забрать ключ, мы свободны. Вот знаете, в самом начале блока про эту игру я похвалил заставки в ней. Но вот то, что вы сейчас услышали, называется халтура. Причем я не хочу сказать, что актер бесталанен или бездарен. Он явно мог выдать лучшую актерскую игру, но не захотел этого делать. И я понимаю, что на актеров из фильмов у такой команды, как Меридиан 93, в жизни бы не нашлось денег. Но ведь даже с тем, что есть, можно было бы поработать. Однако, судя по всему, актеры просто иногда заходили на студию, озвучивали кто во что гораст, получали гонорар и со спокойной душой уходили домой. Опять же, справедливости ради стоит заметить, что халтурщиков здесь было меньшинство. И большинство актеров озвучки пытались выдать хоть какие-то эмоции, пускай ради любви к искусству. Я не нанимаю охранников пути. Итак. Волкодавцы товарищи вписываются в проходящий мимо караван. Поскольку у нас тут не что-нибудь, а тупая гринделка тупых ботов ради шмоточек, сюжет немножко отходит от оригинала и отправляет волкодава, то есть крепкого парня, в компании полудохлого деда и хрупкой девушки немножко погриндить засевших в горах бандитов. И сейчас это к делу не относится, но мы, сука, к этому еще вернемся. В процессе истребления небольшого-большого дохрена количества бандитов Тилорн вдруг решает выдать немножко экспозиции. Постой. Там. Опасность? Там, на западе. Зло, великое зло. С тех холмов веет злотворным дыханием Мараны. Это слуги Черной Троицы. Кто они? Как людоед, слуги Мараны Смерти. Давным-давно жило три могучих волшебника. Им не было равных, и они сообща владели миром. Все было им по силам. Единственное, чего не преодолеть самому сильному магу — смерть. Они заключили договор с Мараной. Пока они служат ей, она не заберет их. Богиня сдержала слово. Они не умерли, но и живыми перестали быть. В глубоком склепе хранятся их тела, в которых остановились соки жизни. Души их бродят по земле и под землей. Они слепы, но слепы, как я. Они умеют читать черную тайнопись земли и находить след птицы в небе, змеи в камне и корабля в море. Здесь, на погребениях воителей прошлого, их воины, бойцы из плоти и крови, получают свою нечеловеческую силу. Изо дня в день черная троица питает их, передавая частицу могущества через своих жриц.
И вот с этого момента с игрой происходят некоторые метаморфозы. Здесь становится поменьше так называемого славянского фэнтези и побольше бутербродов дедушки Толкина. Проще говоря, во время этого квеста мы узнаем, что в мире славянского, я напомню, фэнтези, есть какие-то орки, гоблины, зомби, зомби-мутанты, демонетки в БДСМ-костюмах и говорящие зеленые тигры-торговцы. А ты кто будешь? Как сюда попал? Не спрашивай, не бойся, просто выпусти, не пожалеешь. И не то, чтобы я был против всего перечисленного. В конце концов, оригинальная книга тоже была полна мистики и магии. Вот только там это не подавалось настолько в лоб и в настолько опошленном виде. И да, мы снова сталкиваемся с проблемой разницы между оригиналом и воплощением, но в данном случае перед нами фактически другое произведение с самостоятельным лором и отдельной историей. И я, конечно, не берусь утверждать, что все так и было, но кажется, у меня есть догадка, почему все получилось именно так. Представьте себе ситуацию. Молодая и, возможно, талантливая команда разработчиков работает над некой игрой в неком фэнтезийном сеттинге. Но в какой-то момент они понимают, что не могут самостоятельно завершить разработку. Вдруг приходит большой издатель со своим заказом на игру по крупной кинолицензии. И разработчики, вместо того, чтобы честно создавать игру с нуля, просто берут свои наработки, в том числе все, что касается сюжетной части, и запихивают это дело под громкий заголовок. Таким образом, у нас получается игра «Волкодав. Последний из рода серых псов». К сожалению, ни подтвердить, ни опровергнуть мои слова у меня не получится, да и, скорее всего, в реальной истории некоторые детали сильно отличаются от рассказанного мной, однако, согласитесь, эта версия объясняет многое. К сожалению, связаться с разработчиками у меня так и не получилось, так что ни подтвердить, ни опровергнуть свою догадку возможности нет. Зато есть возможность посмотреть, что получилось. А получилось у нас самая настоящая игра в игре. Ну то есть, рассказанная вот в этом, казалось бы, побочном квесте история. Ведь если мы возьмем вот эту историю из этого, в принципе, побочного квеста, плюс история с первого уровня, добавим еще побочек, поменяем имена персонажей из книг на оригинальные, то у нас получится очень даже самостоятельный сюжет. Давайте же разберем, о чем была эта не увидевшая свет игра. Безымянный герой без роду и племени, путешествуя из ниоткуда в никуда, становится случайным свидетелем разговора бандитов о том, что их пахан балуется злыми колдунствами. Немного погодя, он получает этому прямое подтверждение, наблюдая, как простых людей превращают в ужасных монстров. Разведав обстановку и устроив большой переполох в лагере бандитов, герой освобождает рабов, запертых в шахтах на съедение волкам-мутантам. Вместе с бандитами герой устраняет и секту колдунов, ворвавшись в их подземное святилище и убив главаря, чтобы забрать у него ритуальную маску. В ней он спокойно проходит в замок к злодею и жестоко побеждает его на честной дуэли. Нет! Иди сюда! Иди, я сказал! Кто ты? Человек с волком на руке. Кто это был? Так вот, кто тебе нужен? Тебе предстоит долгий путь. Нас много. И только один носит знак волка на руке, а не на груди. Кто? Ты не узнаешь этого. Я хочу умереть, зная, что твой путь напрасен. Вскоре мудрец, освобожденный из замка вместе с рабыней, рассказывает ему легенду о трех злобных богах, которые хотят вернуться на земли фэнтезийного королевства. Богам прислуживают усатые орки-карлики, полуголые девицы и лысые качки, ну а также всякая прочая чертовщина всех мастей. В этой локации он разоряет три святилища, чем навлекает на себя гнев сектантов.
Через некоторое время на пути героя сам собой возникает подозрительный дед Востошупадед, который жалуется, что ой-ой-ой, какие плохие сектанты, беснуются да вредят, ему хорошему жить не дают. Знаешь ли ты, куда завела тебя судьба? Знаешь ли, с кем говоришь? Прости, дедушка. Не спеши. Сегодня мне было знамение. Я узнал, что придет человек, которому суждено очистить святое место. Он среди вас. Позвольте мне поговорить с ним. Решив проблемы с орками, демонами, разорив еще пару алтарей, выясняется, что дедок-то и сам на самом деле с гнильцой. Наконец-то пришло время моего величия! Но перед этим мне нужно завершить одно дело. Лжец! Страж святого места, теперь мне ясно, кто ты на самом деле. Тебе недостаточно было молиться Черной Троице. Ты хочешь превратить ее в Черную Четверку, став одним из них. Ты сделал грязную работу нашими руками. Я не просил вас быть глупцами. И не моя вина, что глупцы живут короткую жизнь. Вы сделали свое дело и теперь умрете. И вот, наконец-то, финальная пещера. Тут полно колдунов, демонов, орков, сектантов, но мы их, не сильно напрягаясь, выпиливаем, пока не попадаем в комнату, где спят виновники торжества. Три злобных древних бога, мага, некроманта дрыхнут в своих колбах. Человечек с мечом, мы следили за каждым твоим шагом, каждый раз, когда ты отбирал наши жертвы. Ну а дальше достаточно стандартный для подобных ситуаций диалог. Хуё-моё, герой, ты такой крутой, а мы такие уставшие от всего древние боги, а давай ты нас типа убьёшь, и мы спокойно помрём, но поскольку мы бить себя не дадим просто так, потому что мы не ложки какие-нибудь, а аж древние боги, но мы всё равно тебя типа поддаёмся, чтобы поддаваться не просто так, натянем твою жопу на глобус, грёбаный выскочка. Надеюсь, ты догадался поднять себе уровень читами, ублюдок, ну или как-то так. Ну, собственно, на этом все. Финита ля комедия, пускайте титры, а возвращаемся обратно к Волкодаву. И вот примерно так заканчивается эта побочная миссия из игры. А вместе с ней заканчивается сколько-нибудь вменяемая подача сюжета. Да, все так и есть. Начиная с третьей главы, игра перестает делать попытки казаться, если не полноценной RPG, то хотя бы нормальной сюжетной игрой. Вместо заставок и озвученных диалогов у нас вот такие вот стены текста, где пропускаются натурально огромные куски сюжета. Ну, к примеру, в Галераде полностью вырезана линия с кузнецом, с Эврихом и прочие мелочи. Вместо этого мы просто подходим к Лучезару, получаем квест на бандитов. Еще квест на бандитов. Я-то думал, ты сбежишь.
Ну, если ты для этого дела так хорошо годишься, то вот тебе еще задача. Под городскими стенами неспокойно. Люди вооруженные ходят. Еще немного. Еще немного. Все. И вот на этом месте у меня случился затык, где я подумал, что игра сломалась. Короче, поясняю. Вот Тилорн с каких-то хренов велит нам к чему-то готовиться и приходить прощаться. Все. С кем прощаться? Зачем прощаться? Куда идти дальше? Что здесь происходит? Никаких инструкций. В журнале квестов все выполнено и сдано. Ни с одним из персонажей нет диалогов. Лучезар выдает стандартную фразу приветствия. Ну и торговцы торгуют. Также в окрестностях не осталось ни одного бандита, а на глобальной карте нет ни одной побочной локации. Я не понимал, что делать. Никто не хотел говорить со мной или пускать дальше по сюжету. Я даже скачал официальный патч, отчего игра сломалась уже по-настоящему. В какой-то момент я полез на YouTube, чтобы хотя бы набрать футажей для дальнейшего ролика. И знаете, что выяснилось? Ты готов в путь? Да, прощай. Логично! Будет оставшаяся же часть игры — это один сплошной гриндан, растянутый на, по-моему, 4 уровня. Причем даже если ответвления от них и встречаются, то проходить их нет уже ни желания, ни причины. Ведь у волкодава к тому моменту уже есть офигенный меч, который, кстати, можно прокачивать вот в таких вот алтарях. Ах, да, я забыл сказать про меч. Свой меч волкодав канонично отнимает у жадобы во время стычки в караване. И да, это одна из последних полноценных заставок в игре. Возьми меч, он твой. С момента получения меча все остальное оружие ближнего боя в игре официально годится только на продажу. Потому что, во-первых, он очень крут, да еще и прокачивается. Во-вторых, у него есть вот такой джедайский режим, в котором он вроде как наносит больше урона. Ну а в-третьих, это единственное оружие в игре, с которым волкодав может наносить хоть какой-то урон по площади. И раз уж мы вернулись к теме геймплея, вы наверняка заметили, что сейчас вокруг волкодава вьется куча спутников. Ё-моё, спутники — это отдельная психическая травма, причиненная мне этой игрой. Больно становится не сразу. Напомню. Начинается все с той самой миссии, когда волкодава в компании Тилорна и Ниелит отправляют расчистить дорогу от засевших там бандитов. Но, к счастью, сразу же, как только видишь, что теперь с тобой всегда будут таскаться эти два оболтуса, их можно оставить в лагере, просто приказав стоять на месте. И поначалу все идет неплохо, но потом случается катсцена. И после нее... Парам-парам-пам! Да, после каждой катсцен, после каждого перехода с локации на локацию, игра обязательно будет подкидывать к вам этих спутников, где бы они ни находились. И нужно ли говорить, что в большинстве таких ситуаций вокруг волкодава скапливается просто толпа мобов, которые не упускают случая тут же наброситься на двух этих идиотов. И да, в бою они абсолютно бесполезны. Единственная польза от них в том, что они немного отвлекают на себя мобов и не дают окружить волкодава совсем уж со всех сторон. Но вот в чем проблема. Они не бессмертны. И чтобы они не сдохли, их приходится отпаивать банками. А банки в этой игре, я напомню, улетают моментально, даже когда волкодав один. Так что с количеством напарников кратно возрастает и количество банок, которые нужно всегда иметь при себе. Более того, во время боя спутники ведут себя настолько вальяжно, насколько это вообще возможно. Вон Тилорн, истыканный стрелами, как гребаный ежик, просто стоит и спокойно прохаживается по полю боя мимо всех врагов.
Я даже, если честно, удивлен, как земля не прогибается под весом его чугунных шаров. И если вы вдруг грешным делом подумали, что раз уж спутникам можно давать зелье, то, возможно, можно нарядить их в какую-нибудь кольчугу или дать меч, ха-ха-ха, обломитесь. Эти двое просто два бесполезных куска балласта, с которыми придется таскаться по всем боевым локациям до самого конца второй главы. Но это только начало. Когда игра выходит на финальный отрезок, нам дают аж 4 спутников. И если двое из них хотя бы воины и могут помахать мечами, хотя на самом деле от этого только хуже, то еще двое — это просто гребаный балласт. Это Кнесенька Елень, которая ни хрена не умеет, но рвется в бой, и какой-то мужик верхом на осле. И тут начинается ад. Потому что никому из этой четверки на этот раз нельзя приказать стоять на месте. Более того, если во второй главе у нас хотя бы был торговец на карте, у которого всегда можно было закупить новых зелий, то сейчас его просто нет. Ну а тот эпизод с прощанием с Тилорном, который давал время подготовиться, оказывается, был нашим последним шансом закупиться зельями в дорогу. Вот такие вот сюрпризы на финишной прямой. Но все это было бы мелкими неудобствами, если бы не одно «но». Игра решила, что раз уж дала аж 4 спутников, то и врагов можно добавить в 4 раза больше, чем обычно. Я ведь говорил, что сражение с кучей врагов в этой игре — это боль. Так вот, забудьте. То, что было до этого уровня, ничто по сравнению с тем пиздецом, который творится здесь. Герой бежит куда угодно и дерется с кем угодно, кроме тех, на кого указал игрок. Способности работают через раз, а союзники то и дело дохнут с одной тычки, если вовремя не навоить их зельями. Причем на одну харю требуется по 3-4 пузырька, а слетает их здоровье ну просто моментально. А еще можно слишком сильно увлечься отпаиванием спутников зельями и забыть выпить его самому, что приведет к смерти уже самого волкодава. Ах да, возможно, вас интересует, что же там с сюжетом. Ну, сюжет следует линии фильма без каких-либо особых ответвлений или изменений. При условии, что ее максимально порезали. К примеру, полностью выкинули персонажей Киндарат, Эвриха и даже нелетучий мышь в игре присутствует только как анимация для одного из спецприемов. Также под нож пошло вообще все, что не касается основного каркаса. А, впрочем, я слегка лукавлю. Как минимум в одном моменте я очень даже с интересом стал следить за сюжетом. Дело в том, что в определенный момент Елень, которая в оригинале была хоть и не голосом разума, но все равно довольно миролюбивым персонажем, вдруг провозглашает: «Вождица должна умереть!» и велит волкодаву провести геноцид целой деревни. А это человек 200, не меньше. От таких раскладов охреневает даже сам игровой волкодав. И вот тут у меня появилась надежда, пометуя о побочном квесте с Троицей Богов, что здесь будет сюжетная развилка, и у нас есть возможность спасти Елень от перехода на темную сторону. Ну или лихо улететь туда в обнимку с ней. Но нет, волкодав послушно бежит вырезать целую толпу не особо-то повинных в чем-то крестьян. Чем ближе игра подбирается к финалу, тем более халтурным становится левел-дизайн. Мы просто бежим вперед и гриндим мобов. Причем по уровням видно, что планировались они явно с расчетом на более длительное и вдумчивое прохождение. Вполне возможно, что это тоже рудименты той самой гипотетической игры от Меридиан 93, вместо которой мы получили волкодава. В какой-то момент мы проходим сюжетный данж, убиваем босса, узнаем, что мощь идолов спасла нас... Кого спасла? Зачем спасла? Плевать. Куда хуже, что нам вновь не дают ни намека на то, куда нам нахрен идти. Как оказалось, нахрен идти нужно было аж на 2 локации назад, где открылся новый проход. Само собой, узнать, что нам надо именно туда, мы можем ниоткуда. Только случайно нажав на эту локацию на карте, отчаявшись в других вариантах. И вот мы в 4 главе, которой даже актерам становится лень озвучивать текст. Учитывая, что они и раньше-то не особо старались, возможно, им просто решили не платить даже пивом. Предпоследний уровень прямой как кишка и примерно так же полон всякого говна и паразитов.
Вроде как тут можно выйти к торговцам, они даже обозначены на глобальной карте, да и сам Волкодав многозначительно смотрит на них в «О чудо!» кат-сцене. Но знаете, мне к тому моменту уже было настолько насрать на это, что я даже не пытался найти этот проход. Зелий вроде бы хватает, шмот и так топовый, так что и без каких-то проблем доходим до финала. По такому случаю нам в игру даже возвращают кат-сцены. И вот этот момент я опять не понял. Это игра сломалась или звука нет? Или сломались разработчики и помимо озвучки решили избавиться и от звуковых эффектов? Как оказалось, второе. Что представляет собой финальный бой? Огромная толпа мобов и 4 беззащитных мешка с говном в качестве нагрузки. Можете посмотреть, как беспомощно бегает волкодав по полю боя, пока я пичкаю зельями какого-то мужика на осле. К счастью, для победы оказывается достаточно лишь замочить говнюка, но и он, в соответствии с фильмом, успевает нам нагадить перед смертью. И вот, все так же, в полнейшей тишине, перед нами появляется... сфинкс с 6 сиськами? Нахрен его! Итак, это финал. И нам даже финальных титров не показывают, отправляя в главное меню. Ну ладно, мы люди не гордые, сами включим. Что можно сказать про эту игру, подводя итоги? Начали за здравие, кончили как получилось. Видно, что игру выпустили очень сырой и явно недоделанной, особенно по части сюжета. Возможно, будь у студии побольше денег или времени, чтобы не связываться с кинолицензией по Волкодаву, из этих наработок могло бы получиться что-нибудь стоящее. Ну а так, корявая боевка, никакущий баланс и сломавшиеся посреди сюжета повествования просто не оставили последнему из рода серых псов шанса обрести популярность хотя бы в качестве очередной гринделки. Которые, кстати, в то время были довольно популярны как жанр. С другой стороны, в отличие от «Пути воина», здесь разработчики хотя бы постарались привнести игру хоть что-то от себя. Ну а мы переходим к третьей игре, которую, напомню, я в начале видео сравнил, ни много ни мало, с первым «Ведьмаком». Справедливо ли это было? Или я просто нагнетаю интригу? Давайте узнаем. Разойдись, свинопасы, или господин ведьмак вам таких пиздюлей отвесит, вовек не забудете. Где тут дрын какой-нибудь? Вот мы и добрались до главного виновника торжества, ради которого я вообще решил вернуться к созданию видео. Помню, как впервые поиграл в демоверсию этой игры, которая шла на одном из дисков игромании, и она меня чем-то зацепила, причем я спустя 14 лет даже не могу понять, чем именно. Возможно, тем, что это была полноценная RPG от российских разработчиков, которая при этом еще и не была изометрической пошаговой тактикой, а такое случалось довольно редко. Возможно, тем, что я тогда действительно проникся вселенной Волкодава, когда на волне негативных впечатлений от фильма решил познакомиться с оригинальными книгами. Ну а возможно, мне просто понравилось, как герой навешивает на себя оружие со всех сторон.
В любом случае, из всех трех игр по вселенной, именно «Месть серого пса» стала единственной, в которую я когда-то играл в актуальное время. Ну, как играл. На самом деле, я прошел ее где-то до середины, и после чего забил с мыслью, что когда-нибудь закончу. Похоже, время настало. Игру разработала компания Primal Soft, и я был уверен, что эта студия мне знакома, потому что название явно на слуху. Однако, когда я попытался нагуглить список разработанных ими игр, то был немножко обескуражен. Из более-менее известных проектов у них есть только экшен про паукообразных роботов «2025. Битва за Родину», которая, в свою очередь, прославилась тем, что когда-то на нее делал обзор Мэдисон. Также они выпускали пару ролевых игр. Это «Глаз дракона», которую я отлично помню на прилавках магазинов с дисками, но в которую так и не поиграл и вообще не знаю, о чем она и про что она. И RPG по российской фэнтезиатине «Не время для драконов». Книжку про нее я читал, а в игру не играл. Короче говоря, опыт создания RPG у этих ребят все-таки был. И это вселяет хоть какой-то оптимизм. Итак, игра начинается с сцены, где волкодав находится на подступах к замку людоеда, полной решимости отомстить за гибель близ... А нет, стоп, нифига подобного в этот раз. Здешняя версия волкодава начинает чуть раньше, чем его собратья из предыдущих игр. Вставай, мой мальчик. Око богов уже взошло над землей. Он просыпается где-то на берегу посреди леса. И приятно видеть, что хоть где-то разработчики не забыли про Кендарат, которая в исполнении Натальи Варлей является волкодаву то ли наяву, то ли в виде галлюцинации. И мы сразу же знакомимся с очень интересным подходом разработчиков к озвучке. Уж не знаю, чем они руководствовались, когда принимали такое решение, но озвучка здесь крайне редкий гость. Большинство персонажей говорят лишь первую фразу, причем зачастую даже не целиком. «Что тебе надо?» А потом замолкают и оставляют игрока один на один с целой стеной текста. И изначально я думал, что дело в каком-нибудь глюке или даже корявой версии, которая ушла в печать. Но нет. В игре действительно считай, что нет полноценной озвучки. Хотя те редкие фразы, которые все-таки произносятся, порой делают это, ну, очень уж знакомыми голосами. Ты верно смерть свою здесь ищешь? На что ты надеешься, раб? Хочешь найти людоеда? И, кстати, иногда доходит до смешного, когда актер не просто отделывается озвучкой пары предложений, а произносит вообще левую фразу, не имеющую ничего общего с текстом, и ее потом вставляют в каждый разговор с этим персонажем. Во имя богов-близнецов и отца их, предвечного и нерожденного! Во имя богов-близнецов и отца их, предвечного и нерожденного. Вот такие вот открытия с первых же секунд игры. Но хотя бы не летучий мышь здесь не забыт. Вот он сидит на плече. Пройдя короткое обучение, мы встречаем деда. Здравствуй, добрый человек. И он сразу же предлагает нам завалить каких-то гопников во имя добра и какого-то дерева. Дальше идет диалог. «Нет, не руби это дерево! Нет, я срублю это дерево! Нет, не руби! Тогда я порублю тебя!» «На нах, ёпта!» И тут дед такой берет и предлагает нам обшмонать покойника. Вот таким нехитрым способом у нас появляется топор. «И добиваем! Добиваем! Добиваем его! Добиваем! Добиваем!» Как и многие другие RPG того периода, игра «Волкодав. Месть серого пса» начинается достаточно линейно. Хотя первая локация, ну, не считая тренировочной, и дает некое впечатление свободы действий. Здесь есть довольно густой лесок, населенный волками и бандитами, какая-то деревенька, в которой обитают торговцы и NPC, есть большая дорога, по которой ходит караван, и маленькие тропинки, по которым можно забрести куда-нибудь вглубь и, возможно, если повезет, найти там что-нибудь интересное. Обычно там, правда, сидит пара бандитов, но это не важно. Проблема в том, что вся эта свобода очень быстро заканчивается. Ну, во-первых, здесь нельзя ограбить караван. Во-вторых, свернуть с тропинки или дороги попросту не получится. То есть, несмотря на то, что леса кажутся не такими уж густыми и вполне проходимыми, на самом деле
волкодав, отойдя буквально пару метров в сторону от дороги, упрется в невидимую стену и... ничего. Таким образом, игра как бы подталкивает нас к тому, что нужно не тупить, а идти вперед по сюжету. Справедливости ради скажу, что и другие хорошие, большие RPG грешат ровно тем же самым. В конце концов, вспомните до того же Ведьмака или любую старую игру от BioWare или от их подражателей. Везде то же самое. Другой вопрос, что в Волкодаве это как-то не очень хорошо замаскировали. Хотя, конечно же, и не настолько халтурно, как, скажем, в Of Orcs and Men. А в любом случае, давайте сразу разберемся с нашим главным противником. А именно, камера и управление. И да, возможно, это немного странно в начале обзора сразу говорить про неудобство управления, но поверьте, здесь это важно. Хотя, если объяснять словами, то кажется, что ничего необычного тут нет. Вот герой, вот карта, вот мышка. Тыкаем мышкой в землю, герой бежит за курсором. Тыкаем во врага, и герой идет рубить врага. Тыкаем в торговца или NPC, начинается диалог. Казалось бы, все просто, да? Но кое-что тут ломает все. И это кое-что камера. Причем я не хочу сказать, что она тут плохая или непослушная. Я хочу сказать, что она тут неправильная. С подобной схемой управления игре подошла бы камера, как в предыдущей игре, последнем из рода серых псов, закрепленная где-то на небесах и взирающая на происходящее сверху вниз. Здесь же у нас есть возможность крутить камерой как душе угодно. Причем вид по умолчанию тут из-за спины героя, как в нормальных играх от третьего лица. И все бы ничего, будь у игры возможность управлять игроем напрямую, с ВАСД-раскладки, как это сделано, ну, например, в первом Dragon Age. Но в том и дело, что волкодав слушается только мыши. И да, возможно, кому-то эта претензия покажется надуманной, ведь немного помаявшись, даже к такой камере можно привыкнуть и ловить неплохие кадры. Но лично мне это сильно подпортило первое впечатление. По традиции, в начале игры путь волкодава лежит прямиком к людоеду, чей замок довольно сильно преобразился в этой игре. И сделано это в угоду движку. Странно, что я не заметил этого во время игры, но только сейчас до меня дошло, что в этой игре нет закрытых пространств. Я имею в виду локации с потолком над головой. Ну то есть все действия происходят так или иначе на открытом воздухе, не считая единственной пещеры, для которой выделили целую отдельную локацию. Это странно, но в принципе это технические ограничения, так что неважно. Ты кто такой? Здесь перед нами встает выбор. Мы можем вломиться через главный ход или тихонько пролезть через дырку в заборе. В любом случае, итог все равно один. Убийство людоеда, пожар и геноцид всех обитателей замка, кроме Тилорна с Ниелит, которые здесь закрыты в клетках прямо во дворе. Правда, конкретно в этом случае сцене изрядно добавилось абсурда. За счет того, что стража словно не замечает, что у них вообще-то замок горит. И да, вот они сидят, замок горит. Что характерно, замок вспыхнул сам собой. Ну то есть, даже в фильме волкодав раскидывал какой-то волшебный порошок, а тут замок просто загорелся. Кто поджег, зачем поджег, ну это как обычно. И кстати, если вы проникли в замок по стелсу и попытаетесь уйти через ту же самую дырку в заборе, то ничего у вас не получится. И это в принципе все, что нужно знать о местной нелинейности. Но я все равно уделю ей внимание. Что мы, как правило, подразумеваем под нелинейностью в играх? Это либо возможность добиться результата разными геймплейными путями, либо систему изменения повествования в зависимости от действий игрока. А в идеале и то, и другое одновременно. И волкодав «Месть серого пса» поначалу изо всех сил пытается показаться именно такой игрой. После замка людоеда волкодав Тилорн и Ниелит вписываются в караван, в составе которого приходит большой город Галерат, и игра великодушно прекращает вести нас за ручку. Кстати, про сам Галерат нужно сказать отдельно, потому что сделан город очень красиво, даже с поправкой на местную графическую немощь. Если честно, я очень хотел бы посмотреть, как этот город реализовали бы с современными технологиями. Уверен, что он бы мог заткнуть за пояс даже тот же Новиград из Ведьмака. И вот в этот момент игра раскрывается во всей красе, отпуская волкодава на волю. Ну то есть сюжет, конечно, мягко подталкивает нас к тому, чтобы идти дальше, но делает это довольно ненавязчиво, так что само собой возникает желание забить на все и пойти исследовать окружающий мир. На растерзание нам отдается довольно обширная карта на несколько больших локаций.
внутри которых достаточно пространства, чтобы хватило и погриндить, и выполнить несколько побочных квестов, и просто насладиться стараниями дизайнеров, рисовавших все эти деревни и расставляя мелкие детали. Не скажу, что получилось совсем уж живо, но и ощущения выставки манекенов не возникает. Потому что мир здесь, нет, все-таки не открытый, но достаточно свободный. Хотя, как сказать, по меркам ролевых игр, ну, например, 2012 года, он вполне сошел бы и за open world. С другой стороны, мир не замер в моменте. Некоторые квесты очень даже влияют на него. Ну, например, вот эта вот кучка бомжей, которую волкодав может встретить по дороге в Галерат, на самом деле является венами из рода Соловьев, и при большом желании им можно помочь. Сначала вернуть важный артефакт, который можно подобрать неподалеку от замка людоеда в самом начале игры. Затем прогнать бандитов с побережья, куда они хотят заселиться. И, погуляв немножко по миру, вернувшись на локацию, обнаружится, что вены и правда переселились на место бандитов. Напоминаю, 2007 год, российское РПГ по кинолицензии, по не самой популярной в народе книжке. И было бы это очень круто, если бы не один момент. В игре таких квестов, по-моему, штуки три. И квесты эти, они просто есть. Ну то есть, после завершения задания, немного меняется расположение NPC на карте, и на этом все. Дальнейший отыгрыш только в голове. И все же, сам факт, что мы можем забить на основной сюжет и пойти гулять по локациям, выполняя вот такие квесты, очень сильно подкупает. Особенно учитывая, что о возможности забить на основной сюжет вообще нигде не упоминается. И, кстати, игра вот тут немножко ломается. Ну вот, что первым приходит в голову, когда появляется возможность побродить по миру и сделать все квесты подряд? Конечно же, бродить по миру и делать все квесты подряд. И естественно, рано или поздно натыкаешься на такие, которые непосредственно связаны с основным сюжетом. Потому что они, черт возьми, тут есть, и они объединены в линейку. И вот идешь ты по этим квестам, идешь, вроде как даже что-то понимаешь, уничтожаешь просто гребаные сотни мобов, пауков, подземных огненных бобров, вылезаешь на забытую черт знает где локацию, глухо закрытую со всех сторон, наконец-то запинываешь квестового босса, а он просто берет и помирает. Нет, конечно же, он напоследок пукнет экспозиции, расскажет немножко про тот же культ Мараны и о своей роли в нем. Что тебе надо от нас? Чего ты хочешь? Но вот только без самого первого квеста в линейке половина этой информации просто пройдет мимо игрока. Что же будет, когда мы вернемся к началу квеста и возьмем первое задание из линейки? Ну, нам расскажут, что есть такой вот злой тип, и надо бы его разыскать и убить. Иди, волкодав, иди и найди его. Он, наверное, в одной из локаций в игре, которую ты только что зачистил. И нам даже ни слова не дают сказать, мол, а мужика того уже нет живых. И, что обиднее всего, квест теперь не закончить. И я понимаю, что, возможно, эта придирка прозвучала как-то мелочно. Но вот такие мелочи, они прямо-таки разрушают атмосферу и целостность мира. А мир здесь, как я уже говорил, в отличие от других игр по волкодаву, хочется воспринимать как настоящий. И вот такой эффект на самом деле оказывает немало побочных заданий в игре. Проблема в другом. Практически все они имеют лишь один вариант прохождения, а если таковых несколько, то на самом деле вариант все равно один, просто игра маскируется и несколько путей ведут к одному и тому же решению. Но хрен бы с ней с нелинейностью, честно. В мире полно игр, что создают лишь иллюзию нелинейности, заставляя поверить, что от действий игрока хоть что-то зависит. Что само по себе не так уж плохо. Вот только для подобного эффекта нужен не слабый талант сценариста. А тут с этим небольшая проблема. Начну, как обычно, издалека. Гуляя по миру игры, читавший книгу человек в один момент с удивлением обнаружит, что имена персонажей взяты не с потолка, а перекочевали прямиком со страниц, потому что в фильме они не упоминались. Более того, значительная часть побочных заданий — это тоже эпизоды из книги. И когда я играл в первый раз, у меня даже закралась надежда, что у разработчиков хватило яиц выпустить игру не по фильму, а по оригинальной книге. Забегая вперед, скажу, что увы, но нет. Ты пролил кровь моих сыновей на священном месте. Да постигнет тебя немедленная кара. Тут сценаристы попытались сделать невозможное.
увязать нестыковки книжного и киношного канонов, тем самым породив собственную итерацию вселенной Волкодава, и которая даже имеет право на существование. Жаль только, что раскрывается это все буквально в паре цепочек квестов, да и те побочные. Все это говорит о том, что ответственные за сюжет в этой игре как минимум ознакомились не только с пересказом фильма, но и с оригинальными книгами. Ну а такая характеристика применительно к разработчикам игры по фильму, это, по-моему, уже похвально. И, к сожалению, именно в привязке к книгам, как оказалось, кроется главная проблема местного сценария. Для меня это стало понятно, когда Волкодав, следуя сюжету, вписывается в караван, идущий до Галерада, и по дороге Тилорн как бы, между прочим, предлагает починить нелетучему мышу крыло. В этот момент до меня дошло, что где-то все это я уже видел, ну, точнее, читал. Открыв книгу, все встало на свои места. Значительная часть местных диалогов оказалась просто перепечаткой целых абзацев книжного текста, ну или как минимум его рерайтами, и то с низкой уникальностью. Причем я не говорю, что это плохо, ведь в игре полно и самостоятельно написанных диалогов. Но именно за счет того, что все важные моменты написаны книжным языком, складывается ситуация, когда диалог, который по идее должен был бы раскрыть характеры героев, на деле просто дает довольно сухую информацию, пускай и написанную ветвистым слогом. Словно писавший его человек отлично умеет в канву, но совершенно не умеет в мясо. Сюда бы побольше слов, побольше эмоций, но игра словно куда-то торопится, поэтому выдает сюжет очень сжато и максимально концентрированно. И именно из-за этого происходит осознание, что игра-то на самом деле очень условна. Словно это не эпическая история, а театральная постановка по мотивам эпической истории. Или скорее эдакий городской квест, где аниматор должен дать вводную, не занимая много времени у игрока, просто чтобы держать его в курсе дела. И для игры это губительно, ведь львиная доля очарования любой ролевой игры заключается именно в диалогах и персонажах. Просто вспомните любую игру от BioWare или Obsidian. Чем она была бы без детально прописанных персонажей и диалогов? Да вот примерно как месть серого пса она бы и была. И знаете, такой подход очень напоминает то, как писались квесты в старых классических RPG, типа Fallout или Planescape. Когда из-за чудовищного количества вариантов отыгрыша, главный герой фактически был пустышкой без характера, а значит информацию, обращенную к нему, нужно было подавать максимально нейтрально и в то же время емко. Совместить эти два подхода даже звучит как очень сложная задача, с которой не факт, что справились бы упомянутые студии. Чего уж говорить про небольшую студию игроделов из России. И знаете, я не зря в начале ролика упомянул Ведьмака, потому что у Ведьмака была точно такая же задача, и справиться у разработчиков с ней получилось. А вот у Волкодава нет. Он собрал главные минусы обеих систем. Там, где Геральт, будучи полностью прописанным в книгах персонажем, все равно имеет широкий простор для маневра, за счет разных вариантов ответа в диалогах, каждый из которых, в свою очередь, вписывается в характер и систему взглядов персонажа, Волкодав, ну он просто есть. И он слишком боится выйти за рамки собственного прототипа. А потому большая часть диалогов вообще не предусматривает вариантов ответа, в лучшем случае просто сухой отказ. И опять же, это могло бы не быть проблемой, будь в игре нормально прописанные и озвученные диалоги. Ну, знаете, которые можно было бы назвать разговором двух полноценных персонажей, с обменом репликами и мнениями, и таким образом раскрывающие свои характеры и тому подобное. Но персонажам тут просто негде раскрыться, ведь если игре надо подать много информации, которую нормальная игра постарается раскрыть через качественную экспозицию, не разрушая целостность иллюзии, Волкодав «Месть серого пса» делает вот так. Вот в этот момент становится особенно понятно, что игра-то могла стать достойным ответом польскому ведьмаку. Просто немножко не получилось. Ладно, чего это я все о плохом. Лучше расскажу, чем игра в свое время умудрилась зацепить меня еще на стадии демо-версии. Блин, если вдуматься, это такая мелкая и незначительная деталь, что самому смешным кажется. Но, как ни странно, именно благодаря этой детали я вообще помнил о существовании этой игры. И, соответственно, значит, она не так уж и плоха. Готовы? На модельке Волкодава отображается оружие. Да ладно! Нет-нет, не так. На модельке Волкодава отображается все оружие, которым он пользуется сколько-нибудь активно. Ну, то есть, персонаж буквально навешивает на себя столько оружия, сколько это вообще возможно. Ведьмак с двумя мечами, говорите?
На Волкодаве уже в первой трети игры висит меч, еще один меч, боевой топор, копье, лук и щит, которым он даже не пользуется. Просто потому, что подобрал его по дороге. И самое главное, что практически все это реально нужно. Меч против людей, топор против нечисти, копье для зверей, лук для дальней дистанции и, в принципе, есть даже метательные ножи и топоры. И раз уж мы вернулись к теме боевки, остановимся на ней поподробнее. Как я уже сказал выше, в нашем распоряжении есть множество самого разного вида оружия и куча навыков обращения с каждым из них. Кстати, а еще у Волкодава есть 4 шкалы опыта. Одна главная и по одной побочной, которые растут по мере использования конкретного вида оружия. Ну, в принципе, как попытка сделать необычную прокачку, сойдет. Система хоть и простенькая, но дает раскачать и бойца универсала, и прям сильно заточенного на, скажем, удар с вертухи в щи. Проблема только в том, что герой, ну, очень уж быстро становится абсолютной имбой. Особенно на фоне ультра-хардкорности предыдущих игр про Волкодава. Но нет худа без добра. Ведь то, что герой непобедим, значит, что вам, скорее всего, не придется столкнуться с местной системой лечилок. Потому что система лечилок в этой игре — это отговнище. Ну, точнее, это очень интересный взгляд на привычную механику использования банок фэнтезийных RPG, но это отговнище. Итак, предположим, вы умудрились попасть в игре в ситуацию, когда даже несмотря на халтурную сложность, вашей полоске ХП грозит опасность. Например, свернули с основного квеста и поперлись сразу на финальную локацию, где обитает хреново гора прокачанных бандитов, которые хотя бы за счет своей численности таки умудряются навешать Волкодаву. Что же мы делаем в этой ситуации? Ну, во-первых, у нас есть классические банки. Вот они. Это банки, собственно, со здоровьем, банки, скажем так, со стаминой, банки с усилителями рефлексов, опыта и всего такого прочего, что принято в РПГ усиливать банками. Итак. Съедаем классическую банку со здоровьем и видим, что оно действительно поднялось, но выглядит немножко странно. Ведь шкала, отвечающая за показ количества ХП, хотя визуально и выросла, почему-то стала полупрозрачной. А плотным красным цветом обозначено только то количество здоровья, которое было у нас до приема банки. Таким образом, игрок хочет как бы намекнуть нам, что выпитое в пылу боя зелье — это не полноценная аптечка, а всего лишь боевой стимулятор. Painkillers, так сказать. И что эффект, который дает такая банка, временный, а значит, его нужно закрепить. Как же его будем закреплять? Ну, в самом начале игры Киндарат дает Волкодаву волшебный горшочек с целебным зельем, применять которое можно только на привале во время медитации. Ну то есть натурально нужно сесть на жопу и дать Волкодаву пару минут заняться врачеванием. И знаете что? Это звучит очень круто и реалистично, и даже сделано не коряво, что удивительно. Исключая то, что у нас нет возможности нажать одну кнопку и лечиться до полного выздоровления, то есть до заполнения шкалы нужно жать эту кнопку несколько раз, но это так, мелочи. Моя претензия в том, что это, сука, можно и нужно делать прямо в бою. Ну то есть, вот идет бой, а вот бородатый мужик уселся на жопу и лечится. И тут сам собой встает вопрос, нахрена было городить этот огород? Ведь если бы система была, скажем, как во втором Ведьмаке, где зелья пьются вне боя, она имела бы смысл. Мол, в бою мы можем только приглушить бой от ран, но на одних стимуляторах жить не получится, а значит нужно уделить внимание и отдыху. И тогда был бы как минимум мотив не лезть на рожон против огромной толпы, которая может тупо заковырять тебя количеством мяса. Но, разрешив применять этот вид лечения прямо в бою, разработчики его полностью обесценили, превратив в ненужное и руинящее весь смысл механики растягивания процесса лечения. Тогда бы уже сделали полноценные красные банки, восстанавливающие ХП, это было бы как минимум честнее. Конечно, с такой системой появляется новая сложность. Хотя бы потому, что игрок будет постоянно забывать вовремя долечиваться посреди боя и отправляться на чекпоинт по идиотской причине, что опять же вносит не столько челлендж, сколько раздражает. Опять же, возможно, кому-то покажется, что эта придирка высосана из пальца, но мне это, блин, обидно. Реально обидно, что интересную механику просто слили в унитаз, потому что... не почему. Потому что игра сырой получилась, вот почему. Зараза. И да, я это сказал, вы это услышали. Третья игра по Волкодаву, игра, в которую было вложено больше всего усилий и старания, игра, которую я сравнил с грёбаным первым Ведьмаком, оказалась сырой и недоделанной. И угадайте, где именно она начинает показывать свою сырость. Правильно, когда возвращается к основному сюжету. И нет, начинается сюжет в Галераде неплохо. Сначала Волкодав выигрывает суд поединком, спасая Эвриха. Друг мой, варвар!
После этого, выполнив еще несколько квестов, мы возвращаемся в город, и внезапно происходит заставка на движке игры, во время которой Волкодав вдруг берет и поворачивается к миру жопой. И я, как дипломированный специалист по изучению культуры поведения дикого искусственного интеллекта в российских РПГ по фэнтезийным книжкам из 2007 года, могу авторитетно заявить, что данным перформансом виртуальный Волкодав попытался предупредить игрока о том, что ровно с этого момента повествование уходит в глубокую и беспросветную темень сжатых сроков и необходимости привязать игру к событиям фильма. Итак, для начала на нас вываливают целое ведро лорной информации, после чего внезапно собирается целый кортеж из NPC и реально отправляется в соседнюю локацию. Там он красиво доезжает по дороге до ближайшей деревни и делает полноценную остановку с дополнительными квестами, над которыми, кстати, пока еще старались. Вот, например, какие-то ребята пытаются гопнуть с Волкодава плату за проход. Не то чтобы у меня на тот момент была проблема заплатить им 40 медиков, учитывая, что в кармане у меня было ровно в 300 раз больше денег, но тут, знаете ли, дело принципа. А здесь, кстати, внезапно возвращаются и выборы в диалогах. Ну, к примеру, можно попытаться прикинуться дипломатом и прорваться через толпу врагов к вождю, чтобы решить все дело миром. Или устроить мясорубку, завалить мясом весь лес, после чего опять все решить диалогом. Да, вспомним, что я говорил про нелинейность в этой игре. Потом у нас снова дорога, засада, нападение, лагерь на болоте. Все следует своим чередом, без каких-либо серьезных расхождений с фильмом. И, к сожалению, практически без объяснений всего происходящего со стороны игры, для тех, кто фильм не смотрел. Где-то на полпути Эврих переводит надпись с мега-артефакта, который вроде как очень важный, от которого зависит какая-то там судьба мира, и который решили взять с собой в свадебный, я напоминаю, кортеж, да еще и доверили какому-то бомжастому говнарю. Короче, наш поэт творческой мысли сообщает, что этой штукой надо открыть какую-то там волшебную дверь, за которой живет зло, но которое можно взять и победить, особенно если у вас совершенно случайно есть волшебный меч. Ну то есть прямо говорит нам о том, чем нам придется заниматься в конце игры. Итак, Елень посреди путешествия вдруг ни с того ни с сего лезет в криповое святилище древних богов ужаса и смерти посреди туманных болот, где обитает куча зомби. И это совершенно не приводит к массовой зарубе с кучей зомби, которые нахрен съедают большую часть кортежа, в том числе парочку именных персонажей. На болотах происходит максимально эпическая битва, в которой Волкодав храбро мочит мертвяков, бандитов, мертвых бандитов, ну, точнее, в основном он просто стоит и тупит у костра. Волкодав, ты не ранен? Ну, а сама Кнесинка, как выясняется, давно выучила парочку полезных для любого политика трюков. Я подвела вас, госпожа. Нет, ты не подвела меня. В принципе, из-за таких вещей твоя работа и существует. Так что ты отлично справилась. А когда эпик заканчивается, к Волкодаву внезапно подваливает мириться Лучезар, с которым, кстати, в этой игре Волкодав не особо-то и ссорился, но он предлагает выпить на брудершафт за примирение, и все заканчивается именно так, как и положено заканчиваться подобным предложением. Кананон, уведите Кнесинку, но только без шума. Встретимся с вами в условленном месте. Не подведи меня. И сейчас я напоминаю, что игра вроде как не должна была быть рассчитана на аудиторию, которая смотрела фильмы или читала книги, и о кого я пытаюсь обмануть. Теперь уже она рассчитана только на таких. Финальная часть происходит в горах, где все-таки начинается еще более эпическая заруба. Причем на этот раз совершенно без сарказма. В битве реально участвует куча персонажей с обеих сторон, причем от их количества умудряется подлагивать и мой относительно не старый компьютер. Как и положено настоящему аниме-герою, и да, кстати, вы что, до сих пор не поняли, что Волкодав — это аниме? Волкодав плюет на разборки смертных, прорывается сквозь ряды врагов к финальному боссу. А сам Жадоба здесь, кстати, лютует. Я поначалу хотел красиво замочить его кулаками, а в итоге это он отправил меня на чекпоинт. И мне вновь пришлось проходить сквозь эту битву, да и еще и перераспределять все скиллы. На, сука!
И вот он, финал. И что же это? Неужели снова сюжетные развилки? Волкодав, не делай этого! Посмотри на свой меч. Ты должен убить им Марану. Это редкий шанс, его нельзя упустить. Нет, Марана не должна прийти в наш мир, иначе мы обречены. Закрой эти врата. Но ты можешь убить Марану между мирами. Решай скорее, воин. Простите, я что, сплю? Мне что, дают возможность пойти и замочить босса или не драться с ним? О-хо-хо-хо-хо, ничегошеньки себе! Ну, тут я просто не имею права не посмотреть все варианты. Итак, вариант первый. Войти в мир Мараны и замочить ее нахрен. Миром Мараны оказывается какая-то странная и очень лагающая локация без текстур, но зато с кучей тумана. Сама злая богиня прям вот сильно отличается от себя как в фильме, так и в предыдущих играх. Кто забыл, в прошлый раз она выглядела как курица с шестью сиськами. Но моя проблема не в шести сиськах, а в том, что игра, сука, тормозит. И даже пару раз вылетала у меня на рабочий стол. И вы не представляете, как в тот момент я был на нее зол. Настолько, что без труда бы перешел на темную сторону, если бы мне кто-нибудь взял и предложил это сделать. Так, это что? Постойте, постойте. Это что? Вы хотите сказать, что мне не просто дали выбор финала игры, но и позволяют закончить игру злой концовкой? И ты никогда не пожалеешь об этом. Поверь мне. Так, так, так. Забудьте все плохое, что я рассказал про эту игру. Волкодав, что с тобой? Это действительно достойная награда. Это уже не Волкодав. Марана сожрала его душу. За все мои мучения! За дерьмовый фильм! За путь воина! За последнего из рода серых псов! За Леночку! За Алису! За моего отца! В атаку! Да, сучки, теперь зовите меня Дарт Волкодав. Поехали! Так, ну, а что же там в хорошей концовке? Ну, у нас тут есть выбор или снова пойти замочить Марану до смерти, или вообще не мочить Марану и просто выкинуть мега-артефакт в пропасть. Сразу скажу, что в обоих случаях финал будет примерно одинаковым. Вне зависимости от выбора Волкодаву, вокруг него соберется куча персонажей и все. Нет, в смысле, реально все. Прямо такие вот ни слова не скажут для финала, и даже не покажут заставку на движке игры, и не отрывка из фильма, которых в этой игре, к слову, вообще ни одного. И знаете, я вообще не понял, как это произошло. Это что, типа намек, что все равно никто в игру до конца играть не будет? Ну то есть, в смысле, разработчики на полном серьезе полагали, что в мире не найдется ни одного придурка, который из принципа пройдет игру до конца? Но тогда зачем было давать возможность финального выбора, а? Тем более, что как минимум один-то такой придурок все-таки нашелся, и это я. Я в первый раз такое вижу, чтобы плохая, неканоническая концовка в игре по трэшовому фильму была проработана лучше, чем основная. Я два раза прошел финальную миссию, и оба раза получил вот это. Да, вот в эту секунду камера немножко подтормаживает, и, судя по всему, именно здесь должна была быть заставка и диалоги, тем более, что даже сама Киндарат притащилась в финальную массовку. Но нет. Нас сначала спрашивают, хотим ли мы фриплей в свободном мире, и да, здесь есть возможность продолжить после финальной миссии. Ну, а потом предлагают закончить игру при помощи кнопки «Закончить игру». Вот и все. И знаете что? Я правда с ней закончу. Тем более, думаю, я и так сказал про все эти игры гораздо больше, чем они того заслуживают. Так что пора бы уже подвести черту под всей моей работой.
самом начале я сравнил Волкодава с Ведьмаком. И сделал это не просто так. Самый первый Ведьмак тоже был игрой, прямо скажем, на любителя. Но любители нашлись, проголосовали рублем, злотым, евро, долларом, гривной. И мы получили сначала отличную вторую, а потом и еще более крутую третью часть. Да и в конце концов даже новую экранизацию. Вот, зараза. Ведьмаку повезло с фанатской поддержкой и разработчиками, вложившими в него свою душу. Но кто знает, как сложилась бы судьба игр по Волкодаву, если бы они не провалились? Или если бы не были столь жестко завязаны на фильм? Были ли шансы у каждой из трех игр? Чуть-чуть поменьше халтуры, и было бы хотя бы не так позорно. Вышел бы очередной клон «Братвы и кольца», который можно было бы весело порубиться с геймпада. Причем никто ведь не просил Devil May Cry. Достаточно было сделать просто хорошую рубиловку с кучей мобов и кровищи. И, пожалуйста, не такую уже повзрывательно сложную. Этому лицензия на вселенную вообще вышла боком. Если бы разработчики продолжили делать свою игру, наверняка получилось бы что-нибудь крутое, особенно если бы команде дали не только бюджет, но и время на разработку. Ведь ребята в студии работали явно не бесталанные. Однако суровые реалии 2007 года не оставили студии Meridian 93 ни шанса. А вот за эту обиднее всего. В этой игре есть все признаки вполне нормальной ролевой игры. Красивый и относительно открытый мир? Есть. Интересная и проработанная система прокачки? Есть. Проработанный лор и сюжет? Ну, за счет хорошей работы с первоисточником, да, тоже есть. У игры есть свои уникальные фишечки и в дизайне, и в геймплее, и в других мелочах. В конце концов, эту игру было интересно изучать, пытаться пройти разными путями, вникнуть в происходящее, прямо как в настоящую RPG. Да чего уж, в эту игру хотя бы играть нормально можно. Чего ж тебе еще надо, собака? Этой игры попросту мало. Особенно в этой игре мало всего того, что связано с главным квестом. Словно игру начинали делать именно так, как надо. С душой, с вниманием к деталям, думая о каждом элементе и прорабатывая свой продукт, чтобы максимально выгодно продать его конечному потребителю. В игре нарисовали большую карту, проработали на ней города и деревни, придумали необычных персонажей, населяющих этот мир, и ситуации, в которых предстоит разобраться персонажам при помощи игрока. Но дело в том, что пока в нее играешь, не покидает ощущение, что ты не в полноценной игре, а как бы в игрушечной игре. Да, журналист с почти 10-летним опытом работы. Как будто ты в игре, где все вроде бы по-настоящему, но как будто понарошку. И это вовсе не та ламповая камерность, за которую принято хвалить первые две готики, например. Ну, когда невероятно насыщенная история разворачивается на крохотной территории, где все так уютно и поблизости. Нет, тут все скорее напоминает сюжетную карту для третьего Варкрафта, сделанную в редакторе. Наверняка вам такие встречались. А если нет, то вы упустили целый культурный феномен, и я вам ой как не завидую. Короче, были для третьего Варкрафта такие карты, которые представляли собой фактически полноценные ролевые проекты. На таких картах тоже были все признаки RPG. Проработанный мир, система прокачки, даже интересные сюжеты персонажей. Но из-за технических ограничений это все же были неполноценные игры. И какими бы талантливыми ни были их авторы, сделать на базе стратегии настоящую игру у них бы не получилось никогда. Так, что-то я опять отвлекся. Короче, именно такое ощущение оставляет игра «Волкодав. Месть серого пса». И все же, на главный вопрос мы так и не ответили. А могло ли у разработчиков все получиться? Ну то есть, если они все делали как надо, но просто в какой-то момент им не хватило времени или денег, значит ли это, что будь у них больше времени и ресурсов, то смог бы их волкодав хотя бы попытаться затмить первого Ведьмака? И все ровно по той же причине. Совершенно игрушечный подход к наполнению игры контентом. Я уже говорил об этом раньше, но повторюсь. Разработчики сделали этой игре отличный скелет, но банально не смогли нарастить на него мясо. Сценарист хотя бы прочитал книгу, но, к сожалению, на большее его не хватило. Наполнение мести серого пса едва ли хватит на пролог в более-менее вменяемой RPG западной школы. И речь тут вовсе не о количестве контента, а о его плотности, наверное. Насыщенность. И именно поэтому нельзя подобные проекты делать в торопях, поспевая за дедлайном и пытаясь сдать работу в срок к назначенной дате релиза. Тем более, история знает несколько примеров, когда именно спешка со сроками вышла боком отличным ролевым играм. Вот это я дал маху, да? Сравнил Волкодава со вторым Котором и вампирами.
Но именно такой контраст лучше всего подчеркнет разницу в качестве работы. Ведь практика показала, что даже сырой и недоделанный продукт, изначально разработанный на высоком уровне, может обрести вечную жизнь за счет фанатской любви. А вот продукт не очень качественный, да еще и с априори уничтоженной репутацией за счет малоизвестного первоисточника и ужасной экранизации, был обречен на бесславную смерть. С другой стороны, маленькая студия из Польши, находясь примерно в тех же самых условиях, умудрилась сделать невероятно качественный продукт, который перевернул все с ног на голову. А значит, возможно, проблема все-таки не в лицензии и не в репутации. Просто руки из жопы. В любом случае, обиднее всего мне в этой ситуации за самого оригинального книжного волкодава. Ведь у этой вселенной реально огромный потенциал, как для экранизации, так и для создания игр по мотивам. И лично мне очень жаль, что никто не спешит его разглядеть. Хотя кто-то наоборот может сказать, что может оно и к лучшему, учитывая, что сколько-нибудь позитивных примеров отечественных медиапроектов по книжным сериям навскидку как-то даже не вспоминается. Но нужно же с чего-то начинать, верно?